Раду. Добрий вечір, шановні гості, експерти, усі, хто зібрався, як завжди, по четвергах у нашій студії, де о 19.30 в програмі «Контраргумент» ми розпочинаємо розмову про найцікавіші, найактуальніші, найважливіші події нашого життя, найважливіші процеси, які впливають на наше життя. І, звичайно, обговоримо ми саме з тими людьми, які є безпосередньо дотичними до всього цього. Сьогодні, власне, я думаю, що немає, мабуть, більш цікавої теми, ніж тема виборів, що розпочалися, і всього чого, того, що з ним пов'язано. Адже цікава манера переодягатися у прыжку, у стрибку, наприклад, коли людина, яка ще вчора захищала дуже гаряче кольори однієї команди, зараз грає у протилежній. Скандали, переходи, взагалі принципи формування списків, що люди, які виходять на вибори, обіцяють. До речі, подивимося у сюжеті, практично ніхто нічого вже не обіцяє, а просто констатують факти. Отже, сьогодні, я впевнений, буде гаряче. Тому, перш ніж розпочати нашу програму, я і представити наших гостей, я пропоную подивитися сюжет моєї колеги Тетяни Мілякіної. Він буде несподівано довгим, 7 хвилин. Але дуже цікаво, подивіться, будь ласка, не відходьте від ваших телеприймачів, або ж принаймні зробіть погромше. Будь ласка. Закон про місцеві вибори в Україні приймався у липні цього року у стислі організаційні терміни з внесенням більш ніж 1500 поправок. Багато суперечок, переконань і маємо абсолютно нову виборчу систему, яка до цього часу в Україні не застосовувалася. 5 політичних сил, які увійшли до коаліції, його розробляли, брали активну участь у переговорних процесах. Було неодноразово проведено засідання і на місцевих рівнях, в тому числі за участі місцевих партійних організацій. Я скажу, що цей закон є, в принципі, один із найкращих серед можливих запропонованих. Перша і головна новація – вибори депутатів сільських, селищних рад відбуватимуться за мажоритарною системою, вибори депутатів обласних, районних, міських рад – за пропорційною з відкритими списками. Відкриті списки передбачають доступ до всіх кандидатів у місцеві ради для виборців. Раніше ця практика частково використовувалася, частково ні. Але сьогодні цей доступ до прізвищ і, відповідно, до історій відповідних кандидатів, вона повністю відкрита. Я вважаю, що це один із плюсів. Досягненням цього закону називають проведення виборів міських голів у населених пунктах, де кількість виборців перевищує 90 тисяч у 2 тури. 2 тури все ж таки дадуть можливість більше викристалізувати саме ту людину, яка буде мати найбільшу підтримку. Тому що в першому турі все ж таки розпорушуються голоси між багатьма кандидатами, да? А в другому турі вже населення повинно визначитися от між 2 кандидатами. І вже легітимність людини, яка отримала підтримку або перемогла на цих виборах, набагато вища. Бюлетені для виборців матимуть інший вигляд, ніж у попередні роки. В них будуть надруковані списки партій і прізвища кандидата від політичної сили, яку той представляє на окрузі. Будуть зустрічатися такі випадки, коли виборець буде бачити лише назву партії та представника списка. Тобто останнього прізвища, саме кандидата з закріпленим за округом, може не бути. Відповідальність за всіх депутатів та ряд обставин, які мають бути або можуть бути на цьому окрузі, будь ласка, до першої особи цього списку. Тому як він є представником всієї громади і списків в цілому. Тобто віддаємо голос за партію, значить віддаємо голос за конкретного кандидата. І навпаки. Тепер роль того, хто йде від партії, більш важлива, ніж від якої партії він балотується. Вводиться поняття «внутрішньопартійний рейтинг кандидатів». Зараз ми бачимо певний елемент змагальності в цілому у внутрішніх навіть відносинах партійців. Чому? Тому що кожен виборює своє право представляти інтерес саме тієї громади, звідки він висувається. Зміни у законодавстві спрямовані на зменшення впливу на виборців через підкуп. Коли змагаються партії, а не окремі кандидати, діяльність, так би мовити, прозивного маршала Гречки та поява в списках одіозних особистостей зводиться до мінімуму. Робити інші кроки, які б стимулювали формування
уже таких, скажімо, відповідних сучасному часу політичних партій, і які б не діли, те, що ви кажете, що вони там включають собі там наборчик різноманітних там або багатеньких, або ті, хто гроші може дати, а той, хто може щось купити собі для того, щоб зайняти певне місце у партійному списку. А вони, якщо вони стануть на цей рівень, вони повинні піклуватися про свій авторитет. Пропорційна виборча система має переваги, але вона передбачає наявність розвинених політичних інститутів. Поки що вітчизняні політсили знаходяться на стадії свого, так би мовити, напіврозвитку. Чітко структурованих, ідейно спрямованих на захист інтересів суспільства політичних партій в Україні – обмаль. Коли, наприклад, політична партія створюється за місяць або за два до початку виборів, наприклад, створюється. Ми ж розуміємо, що це не політична партія, це просто такий виборчий проєкт. Ми не маємо якоїсь поки що такої традиції, коли існують якісь сталі, стабільні політичні партії, які постійно піклуються про те, щоб якомога більш повно відбувати інтереси людей в суспільстві. Досвід проведення місцевих виборів за пропорційною системою в Україні вже був у 2006 році. За оцінками політологів, виявився не надто вдалим. Тоді процес відбувався за закритими списками. 208 політичних партій і блоків загалом в державі взяли участь у виборах депутатських корпусів, обласних, районних, місцевих рад. Були зроблені висновки. Українське суспільство виявилося не готовим до такої системи. Самі партії не налаштовані на перетворення органів місцевого самоврядування на дієві владні інститути, що контролюються суспільством. До Миколаївської обласної ради тоді увійшло кілька політсил. Партія регіонів, БЮТ, блок Вітренко, блок Литвина, КПУ, Наша Україна, СПУ, партія Зелених. У 2010 році була вже застосована змішана система і інший склад обласної ради. Використання пропорційної системи з відкритими списками в 2015 році – то вже справа майбутнього. Безумовно, буде над чим попрацювати законотворцям, аби дотриматися української традиції. Під нові вибори – новий закон. За прогнозами, на цих виборах вигідні позиції можуть зайняти місцеві політичні проекти, яких виборець знає в обличчя. А потенційний мер чи депутат говорить не лише політичними загальнонаціональними гаслами, а знає, як відремонтувати дорогу, школу, дитсадок в селі чи районі. Отже, доброго вечора, шановні наші телеглядачі, і вітаю всіх, хто цей вечір проводить в нашій студії. Зараз саме час представити гостей. І, як завжди, ми про них підготували свої рідні візитівки. Сьогодні ввечері з нами Михайло Соколов, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Доброго вечора. Відео, портрет про вас далі. Михайло Соколов, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», свою бізнесову діяльність з 2002 року поєднував з політичною. Був депутатом Дніпропетровської міської ради. 2007-2012 роки – робота у парламенті України 6-го скликання від БЮТ. Був членом Комітету з питань правосуддя. У біографічних даних зазначено, в 2013-му Михайло Володимирович разом із колегами по партії створив правозахисну громадську організацію «Всеукраїнська комісія справедливості». Першою областю, де комісія розпочала свою роботу, стала Миколаївщина. У жовтні 2014-го балотувався по 132-му округу з центром у Первомайську у народні депутати України. Нинішні вибори, на думку керівника БЮТ в області, це шанс розпочати реальні реформи на місцях, посилити можливості територіальних громад шляхом здійснення децентралізації влади. Ще одна гостя в нашій студії сьогодні – це Тетяна Демченко. Вітаємо вас, представник партії «Нова держава». Про вас ми так само підготували портрет. Дивимось. На темі місцевих виборів Тетяна Демченко обізнана добре. Депутат кількох скликань – з червня 2006 до листопада 2010, голова Миколаївської обласної ради 5 скликання. З листопада 2010 – депутат обласної ради 6 скликання, член постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин, сільського будівництва та соціального розвитку села.
Прізвище Тетяни Васильівни на сайті обласної ради можна знайти серед позафракційних депутатів, а на українській Вікіпедії розміщені, напевно, застарілі дані – член партії регіонів з 2005 року. Інтернет же сайти взагалі повідомляють. Депутат облради Тетяна Демченко спробувала стати частиною радикальної партії Олега Ляшка. На місцеві вибори має намір піти від партії «Нова держава». Наскільки вона нова, почуємо від нашого гостя. І раді вітати в нашій студії Надію Іванову, члена партії «Солідарність» блоку Петра Порошенка. Про вас теж є своєрідний готовий портрет. Надія Іванова має чималий управлінський досвід. З травня 2003-го очолює аграрне підприємство «Золотий колос», що на Жовтневщині. Веде активну громадську благодійну діяльність. В органах місцевого самоврядування не працювала, але досвід участі у виборчих перегонах, як місцевого, так і всеукраїнського масштабу, має. Рік тому балотувалися в народні депутати України по 129-му виборчому округу – центральний район міста Миколаєва, Жовтневий район. Ще тоді у зверненнях до виборців зазначала, що громадська діяльність будь-якого кандидата не повинна починатися виборчою кампанією і закінчуватися відразу ж після проведення виборів. А далі саме час представити присутніх в нашій студії сьогодні експертів та журналістів. Отже, Володимир Ємельянов, директор Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили. Вітаємо вас, доброго вечора. Максим Нівєнчаний, голова громадської організації «Комітет народний контроль». Також вітаємо вас. Ще один гість нашої студії – це Олег Мудрак, депутат Миколаївської міськради. Так, і ще один гість – Олександр Янсен, громадський діяч, військовослужбовець Збройних сил України. Доброго вечора і вам. Поспішаю вам представити наступного нашого гостя – це Олександр Гухмановський, політтехнолог, координатор програм Комітету виборців України в Миколаївській області. Ігор Пох, журналіст-публіцист, традиційно в нашій студії. Доброго вечора. І ще один гість – це Федір Левченко, політолог і політтехнолог. Вітаємо вас. Отже, ви маєте вже уявлення, шановні глядачі, хто братиме участь в нашій сьогоднішній програмі. Як бачите, тут представлений досить широкий спектр і політичний, і громадський. На жаль, не встиг доїхати до нас Демід Губський. Ну, можливо, приєднається десь у середині передачі, хоча навряд чи. Ми запрошували також сюди і Артема Ілюка, і Ігоря Дятлова, для того, щоб ніхто не казав, що на Миколаївському обласному телебаченні комусь надають слово, а комусь ні, когось ховають, когось бояться. На жаль, вони дали зрозуміти, що не готові для такої розмови. Отже, вітаємо тих, хто прийшов. Дякуємо за те, що ви готові поспілкуватися із нами, з нашими глядачами. Я нагадую, що за півгодини, вже трохи менше, за 20 хвилин приблизно, ви побачите на ваших екранах телефони нашої прямої лінії і зможете приєднатися у прямому ефірі до нашої розмови. Зараз я за традицією надаю по одній хвилині нашим гостям для того, щоб вони означили свої позиції, і ми почнемо вже практично нашу дискусію. Будь ласка, Михайло Володимирович. Спасибо за приглашение. Я считаю, что через полтора года после революции наконец-то общество получило возможность перезагрузиться. Наконец-то мы имеем возможность начать реальные реформы. Я не представляю, как можно с действующей властью, которая есть в городе, в области, например, сделать электронный прозрачный город, чтобы мы не стояли в каких-то очередях многомесячных, чтобы мы не мучились по вопросам. Я недавно был в Грузии, в каждом городе есть, например, дом юстиции, в котором любой вопрос, начиная там с переоформления земельных участков, заканчивая паспортом, справкой, водительским удостоверением и так далее, ты просто в одно окошко подаешь документы, тебе наливают чашку кофе, ты не успеваешь ее выпить и через 5 минут забираешь готовый продукт. Я уверен, что перезагрузив власть, благодаря новому закону мы увидим очень много новых лиц, реально известных на своих территориях, публичных, которым доверяют наши сограждане, наши земляки, и начнем делать новые реформы. Я уверен, что область должна измениться радикально. Мы даже ради этого стали организаторами такого форума, который планирует развиток Миколаевщины на ближайшие 5 лет. И мне очень приятно, что не только партийцы, а просто общественные деятели
профессора, ученые, предприниматели и так далее в нем принимают участие. Я чувствую, что после 25 октября мы сможем по-взрослому перезагрузить весь управленческий аппарат, от чего мы зависим. И особенно правильно то, что те финансы, те средства, которые раньше в большей степени уходили из регионов в Киев, а Киев ими распоряжался, они будут оставаться на местах. Потому что собирать какие-то значительные средства и отдавать их только на заработную плату преподавателям, на содержание там, минимальных каких-то латочных ремонтов дорог, врачам, ну, это не развитие. На развитие необходимы бюджеты развития и необходима достаточно большая самостоятельность, чтобы мы могли привлекать институциональных таких инвесторов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, таких как ЕИБ, Европейский банк развития, которые хотят вкладывать средства в горводоканал, например, Первомайска, в горводоканал города Николаева, для того, чтобы мы не травили друг друга дальше хлором, как это в каменном веке, ну, в Советском Союзе делалось, а чтобы мы пили чистую фторированную воду. И они это сделали в соцстранах, таких как Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния. А к нам все никак не могут дойти, потому что кредита доверия власти местной, в местных органах самоврядования, ну, нету. К сожалению, прецедентов, когда, значит, ловят мэров городов и даже депутатов районных городских советов и селочных рад со взятками, их гораздо больше, чем примеров, когда зашли инвестиции из Евросоюза или гранды, и в соответствии с целевым назначением были положительно израсходованы. У нас даже є пример. Володимир Владимирович, у нас все ж таки по одній хвилині на початку, бо решті не вистачить часу. Будь ласка, Тетяна Василівна. Дякую. Я хочу подякувати за запрошення на сьогоднішню програму. Мені приємно сьогодні бути в колі товаришів, які знаходяться в студії. Проблем занадто багато, як на державному рівні, так і на обласному рівні. І сьогодні, як би ми не хаяли, щоб ми поганого не говорили про місцеве самоврядування, а вибори якраз будуть до місцевих рівнів влади, але це та влада, яка найближче знаходилася і знаходиться до людей. Тому у людей сьогодні є певні сподівання і надії, що до влади на місцевому рівні прийдуть ті люди, які дійсно зможуть дещо змінити, дещо. Тому що говорити про серйозні зміни без змін зверху, сподіватися марно на що. Люди надіються. Але хочу відмітити, що сьогодні населення області, виборці, з якими я спілкуюся і контактую, налаштовані не зовсім нормально на те, щоб іти на місцеві вибори. Люди зневірилися. Тому дуже сподіваюся на те, що у місцеві органи влади прийдуть ті люди, які дійсно готові змінити, реально змінити рівень життя на нашому місцевому обласному рівні. Дякую, будь ласка. Добрий вечір всім. Также хотела большое спасибо сказать за приглашение сегодня. Приятно находиться в этой студии. Действительно, хочется сказать, что перезагрузка некоторого мышления сегодня у людей произошла. И несмотря как на поневеряние сегодня, все равно есть надежда у людей на то, что сегодня на местном уровне придут те люди, которые смогут реально что-то изменить, что-то сделать хорошее. И действительно, есть такой момент, что люди не верят никому, но нельзя сказать, что это совсем никому неверие. Все равно есть люди, на которых возлагаются надежды, есть люди, которые реально действуют. И в нынешних условиях действительно с перезагрузкой власти, с децентрализацией, с тем, что будет возможность у местной власти больше реализовывать себя, больше использовать ресурсы, в том числе бюджетные, на местах. Я думаю, что сдвиги в нашем государстве с новыми людьми после этой перезагрузки должны произойти значительно. Дякую, Дмитро Валерійовичу. И перш ніж дати слово нашим експертам, я хочу показати ще один сюжет, який підготував мій колега Федір Бондар.
Адже наша програма «Контраргумент» – це таке колективна творчість усієї нашої студії, і люди справді працюють для того, щоб якомога ширше висвітлити ті проблеми, які ми тут зараз обговорюємо. Федір досить глибоко вивчив і списки партійні, і різноманітні пертурбації, які ці списки протягом останнього часу зазнали. Втім, що я розповідаю, давайте краще подивимось. Політичні сили, які я не назву, нехай не ображаються. Просто, як мені здалося, з ними або їх представниками поки що не були пов'язані голосні скандали. Конфлікти в партійних осередках не свідчать про слабкість нашої політичної сили, вважає голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Соколов. Таким чином, мовляв, партія очищується від кон'юнктурників і пристосуванців. Михайло Соколов також констатував зростання рейтингу «Батьківщини» на Миколаївщині та заявив, що вибори мають принести його партії дуже позитивні результати. Цього року на місцеві вибори йдуть одразу декілька нових політичних сил. Серед них буквально щойно створені. Наприклад, «Нова держава» стає конгломератом колишніх комуністів, яким заборонено виступати під старим брендом, і регіоналів, чия політична сила припинила існування у більш природній спосіб. СМІ повідомляли про появу серед новодержавників екс-голови облради Тетяни Демченко та екс-віце-губернатора В'ячеслава Рокуманова. Він неодноразово підкреслював, що є саме В'ячеславом, без апострофа. Журналісти писали, що кандидатом у мери Миколаєва «Нова держава», ймовірно, висуне керівника фракції КПУ в облраді Сергія Пучкова. Очікується поповнення партії новими старими регіоналами. Прикладом реанімації призабутого бренда є «Відродження». Партія створена понад 11 років тому. Першим головою був харизматичний міністр транспорту Георгій Кірпа. 10 років тому члени «Відродження», до якого тоді майже автоматично записували працівників «Укрзалізниці», були доволі активні. Але після неуспіху на парламентських виборах 2006 року про партію забули. Тепер Артем Ільюк і Ко відродили «Відродження». Це, таким чином, ще одна сила, в якій знайшли місце вчорашні регіонали. Зокрема, оголошено, що кандидатом на мера Миколаєва від цієї партії стане Віталій Воронов. Не виключено, що депутатами місцевих рад колишні члени партії регіонів стануть і в якості вже представників блоку Петра Порошенка «Солідарність». Про таку ймовірність, зокрема, у Миколаївській області заявив керівник парламентської фракції БПП Юрій Луценко. Хоча він говорив про тих, хто не за власною волею опинився в лавах регіоналів і після Революції Гідності повівся достойно. Водночас народний депутат Давид Макар'ян, нещодавно після злиття «Удару» та БПП, призначений керівником обласного виборчого штабу блоку Петра Порошенка, так сформулював основне завдання своєї політичної сили на виборах – не допустити колишніх регіоналів та різного роду популістів до влади на місцях. Мабуть, привести до влади своїх представників – завдання другорядне. Щодо кандидата на пост Миколаївського міського голови від «Солідарності», поки що висновки робити зарано. Раніше були оголошені кілька потенційних висуванців, кожен за своєю логікою, але остаточно прізвище не назвали. Ще однією силою, в якій опинилося чимало екс-підлеглих Януковича за партійною лінією, став «Наш край». Одним з п'ятьох співголів партії обрали Миколаївського міського голову Юрія Гранатурова. Можна було б назвати новою політичною силою і опозиційний блок, якби він не складався майже повністю із вчорашніх регіоналів. Керівником Миколаївської міської організації блоку став екс-голова облради Ігор Дятлов, який прославився полюванням на бандерівських відьом на початку 2014 року, а склавши із себе повноваження, перед поваленням головного Леніна Миколаєва кричав «Банду геть!». До речі, три з вищеназваних нових або частково нових політичних сил – «Наш край», «Відродження» та «Опозиційний блок» – мають дуже подібну партійну символіку у біло-блакитних кольорах. Я можу запропонувати два варіанти причин такого збігу. Або їх обслуговує один і той самий політтехнолог, або ці партії хочуть і надалі асоціюватися з партією регіонів. –
Я хочу нагадати, що окрім того, що ви можете бачити нас на телеекранах, є також, пряма трансляція нашої програми на нашому сайті в Ніколаєві інфо. Там є інформація на нашій сторінці у Фейсбуці, на сторінці нашої групи, група «Контраргумент». Отже, будь ласка, приєднуйтесь. До речі, якщо ви вирішите щось якимось чином через інтернет додатися до нашої дискусії, ми також це побачимо. Ось якраз на екранах адреса нашого сайту. Я бачу вже активність наших експертів, і я хотів би, перш за все, надати слово Олегу Мудракові, адже він, принаймні мене, у приватному повідомленні на Фейсбуці, сьогодні дуже здивував, повідомивши, що він радикально змінив свій політичний курс. Отже, Олеже, будь ласка. Все-таки это была личная переписка, но тем не менее не пытаюсь сделать из этого какой-либо тайны. Те скандалы, которые были инициированы с подводными течениями в БПП, в результате которых я был исключен и с партии, хотя, собственно, никогда не состоял в ее составе, но так они вот так работают у них секретариат, что они меня исключали из того, во что не принимали. Тем не менее, я покинул ряды этого партийного образование и, в общем-то, как человек, привыкший реализовывать себя в местном самоуправлении, все-таки был настроен на участие в выборах. Естественно, возник вопрос, как реализовать себя в результате того, что принят закон, который подразумевает выдвижение только от политических партий и не предоставляет возможности идти чистым мажоритарщикам. Знаете, есть такая поговорка, когда невеста уходит к другому, еще неизвестно, кому повезло. Ну вот я, наверное, пошел по этому же принципу. И, в общем-то, из-за чего разгорелся скандал, к этим истокам я и решил от них исходить. Мы встретились с Артемом Милюком, который сегодня возглавляет областную организацию «Партию Відродження». Состоялся очень долгий, очень, на мой взгляд, плодотворный конструктивный разговор, в результате которого наши те личностные неурядицы или та личностная вражда, которая присутствовала на протяжении долгих лет, она была снивелирована, расставлены точки над «и». В свою очередь Артем предложил мне попробовать свои силы, баллотируясь в областной совет. Вот его политической силы я это предложение рассматриваю, но чего греха таить, скорее всего, в понедельник, мне дали время до понедельника обдумать его и дать ответ. Скорее всего, в понедельник я его подтвержу и попробую, в общем-то, реализовать себя от этой политической партии. Чуть-чуть забегая наперед и понимая те упреки, которые будут сыпаться со всех сторон, да, так вот, особенно от блока Петра Порошенко, мне хочется сказать, а судьи-то кто? Да, если сегодня Юрий Луценко на всю страну заявил о том, что к нормальным, адекватным регионалам надо, бывшим регионалам надо адекватно относиться, да, и рассматривать их исключительно как людей, как личности, а не клеймо, которое было кем-то поставлено, то мне интересно тогда задать вопрос руководителю областной организации господину Водотурскому, а чем же руководствовался он 2 месяца назад, принимая то решение, о котором я сегодня рассказывал. Пока вкратце себе так. Спасибо. Такое представление, собственно, в начале программы слова Олегу Мудраку имело смысл именно для того, чтобы было понятно, что Олег тоже уже практически участник избирательного процесса. Александр, на секундочку, Владимир Емельянов, пожалуйста. Я вас всех вижу. Добрый вечер. Я хотел бы зазначити наступне, що от ми обмінювалися думками, і я хотів зазначити, що фактично ми дуже голосно говоримо про те, що у нас є політичні партії. Це якраз і говорить про те, що політичних партій у нас майже немає. Це об'єднання громадян, які потім будь-якою ціною бажають балотуватися чи в Верховну Раду, чи в обласну раду, чи в міську раду. Це говорить про те, що якщо людина в політичній партії, є засади, є програма партії, і людина, яка обирається від тієї чи іншої політичної партії, іде на вибори, представляє, а якщо людині байдуже, з якою політичною програмою він виступить перед своїми виборцями, то це, я, чесно кажучи, я цього не розумію. Крім того, я хотів би зазначити ще, що нам потрібно сьогодні на Миколаївщині
не сваритися один з одним, а нам потрібно все ж таки виявити больові точки, які є сьогодні на Миколаївщині, і разом вирішувати ці питання. Я б хотів би сказати, що у нас дуже багато є проблем, які на сьогоднішній день існують. Це інфраструктурні об'єкти, це дороги, це лікарні, це значить, дитячі садочки, багато чого іншого. І от навколо цього нам потрібно і говорити. Вадим Михайлович, ну в такому випадку я не розумію, а що, собственно говоря, вас смущає в тому, що Олег мудрак, уйдя из одного проекта, едва появившегося, перешел в другой проект, и там продолжит говорить о садочках, дорогах и обо всем остальном. Шановні, ну, ситуація така. Ми сьогодні кажемо про політичні партії, правильно? Що політичні партії йдуть на вибори. І якраз це аргумент я не засуджую. Ні в якому разі, Бога раді, людина може йти на вибори від будь-якої політичної партії і так далі, і так далі. Але сьогодні ж ми, у нас тема. Тема – вибори від політичних партій. І якраз от аргумент нашого колеги каже про те, що майже не існує у нас сьогодні політичних партій, і люди об'єднуються там в нову державу, потім там у відродження і так далі, і так далі. Але ж миколаївці бачать… Ну, вот заметьте, как, заметьте какое, какая замечательная манипуляция, да? На выборах нельзя участвовать блоком. Но с другой стороны, уже есть раскрученное название. Поэтому давайте-ка мы партию назовем блок. Партія – блок Петра Порошенка, ну, да? Я хотів би зазначити, так, щоб всім було хорошо, правда? Я завжди був проти блоків, особливо іменних блоків, тому що людина йде на вибори. Вона не дивиться, кого вона обирає. Вона дивиться, ага, це гарний, от за цих будемо голосувати. А хто там всередині, це байдуже. Ні, тепер по потім... відкритим спискам монету вже видите. Я, кстати, господа, хочу обратить ваше внимание, що, наверное, единственная партія з історії, которая здесь представлена, це партія Батьківщина. Батьківщина. У нас є дзвонок зрителя, пожалуйста, потім ми продовжимо з експертами і з гостями. Пожалуйста, говорите ви в ефірі. Уважаемые господа, обращаюсь ко всем, слышат меня или нет. Слышат, я Лазарева Людмила Николаевна, проживаю по улице Мастерская, 42. Мой муж Заверюха Виктор Петрович. Мы пенсионеры, ему 74 года, мне 69. 29 мая мы подали полный пакет на субсидии в Центральный Совет. Спасибо, мы сегодня не говорим о субсидиях. Сегодня другая тема, извините. Откуда он шел? Он извините, шел это не тема сегодняшней программы. Теперь пожалуйста, что Максим... вы? Максим, пожалуйста, секундочку, Олег, Максим, тянул руку. Очень, скажем, мне приятно слышать речь Олега Мудрака. В принципе, это, наверное, тенденция к тому, чтобы нивелировать само понятие «бывший регионал». Если сегодня люди, которые боролись с регионалами, признают, что бывший регионал – это не то, не та проблема и не то препятствие, с которым следует бороться, а, по сути, самой главной проблемой являются это действительно отсутствие управления, отсутствие хороших дорог, отсутствие хорошего энергоэффективного какого-то подхода, административного подхода. И вот действительно, если на этом концентрировать все усилия, то это будет более целесообразно. Однако тот скандал, который разыгрался в БПП, он примерно исходил из того, что подарок Артему Илюку это символизировало то, что в будущем Олег Мудрак и будет членом Відродження, поэтому они попытались сработать на опережение, продемонстрировать, что якобы это они его увольняют, а не он сам уходит. Поэтому факт ожидаемый, да. Ну, может быть, БПП от этого выиграл. Я все-таки хотел бы задать вопрос гостям. Вот мне, я тоже принимал участие до революции, во время революции, в самом начале, в том, чтобы она случилась, и несколько раз выходил на Майдан, несколько раз стоял, да, вот Александр не даст соврать, однако, видя то, что, кто приходит, какие силы приходят на местном совете и на местном уровне, и на центральном уровне, я понял, что, ну, мне совершенно не по пути, потому что вопрос сегодня борьбы идет не за улучшение, не за изменение ситуации. Это не политическая борьба, это клановая борьба. Стремление было сменить одних
на других. Так, Максим, вот я, я тебя только прошу уточнить. Давай, пожалуйста, вот с адресами, паролями, явками. То есть ты считаешь, что Вадим Иванович Мериков, Оксана Альбиновна Янишевская, Николай Павлович Романчук и прочие люди, которые в результате смены власти пришли к руководству областью, это не более чем клан, и они ничего не меняют здесь, кроме как решают свои собственные проблемы. Я правильно понял твои слова? Сегодня. То есть ты разочаровался в них, стоя рядом с ними на Майдане, и сейчас ты прямо здесь заявляешь, что ты категорически противник этих людей. Нет, хорошо, но человек говорит, я вот там стоял и разочаровался. Давайте кто такой, где у нас порой, давайте называть адреса порой. Я действительно считаю, что вот та команда, которая пришла, и те изменения, которые они декларировали, они не происходят. Вот это то, что я могу констатировать. Вот, поэтому я хотел подчеркнуть вот как раз эту же свою речь. Вот заметьте, и Михаил Владимирович Соколов, Татьяна Васильевна, Надежда Валерьевна, да, они сказали ключевую фразу. Вот произошло Майдан, что-то поменялось, и люди разочаровались. Ведь это не я один разочаровался. Вот люди почему-то, вот мы улучшаем, улучшение происходит, чем дальше, тем больше, а люди все разочаровываются. Вот то, что вы сказали, люди не хотят идти. Люди не верят. Вы говорите, сегодня катастрофическое падение. Так, хорошо, давайте послушаем, я понял смысл вопроса Александра Янсена, и сейчас вернемся к гостям. Тут уже достаточно вопросов, на которые им самое время начать отвечать. Александр, пожалуйста. Я вот смотрел то, что показывали вы сюжет, слушал то, что происходило во время сюжета, то, что было до сюжета, тут разговоры, да, велись между нашими гостями, экспертами. То, что сейчас говорит Максим, но это, понимаете, картинка зазеркалья. Алиса в стране чудес. Да не было у нас никогда ни политических сил, не было у нас противостояния, кроме показного противостояния. Я прав, я это знаю, и я это заявляю. Можете сказать мне, что у меня не прав потом. Ну дайте мне договорить. Давайте, да. Я прекрасно понимаю, что все противостояния, которые были до Майдана, достаточно поднять любые документы. У нас земля распродавалась, разделялась как регионалами, так в этом принимали участие и Батьковщина, и какие бы там только ни были. Все это показное, по крайней мере, конкретно в Николаевской области. Когда я услышал фразу от Татьяны Демченко, что вы якобы в пятом созыве там работали, или в шестом созыве, конструктивно, или под слово хорошее, красивое назвали, да, системно. Да, но приезжаешь в любой колхоз и прекрасно понимаешь, что в каждом колхозе, в каждом районном центре депутаты областного совета имеют непонятно откуда, ставшие депутатом, по тысяче, по две, по пять тысяч гектаров земли, отжатых у людей. А что, две каденции ничего не имеют? А вы же где, по городу? В областном совете. Да, ну вы городские. Ну я вам скажу, это я вот еще скажу попозже. Это вот касается как раз тех, которые шли отсюда. Городские депутаты. Чем я занимаюсь два созыва? Ярослав, депутаты, которые прошли от города, у них немножко другая, допустим, другое амплуа, да? Некоторые из них крышуют тех людей, которые отжимают землю у крестьян. И в каждом селе, даже в самом маленьком селе, люди обижены. С договорами на аренду их обижают. Обещая, вот эти вот обещания популистские, да, что мы партия одна придем, что-то поменяем, другая партия поменяет, что-то поменяет. Ничего не происходит. Возьмем Майдан, все вспоминают Майдан. Но не было никакой революции достоинства. Опять же, во время Майдана его почему и затягивали, что одни договаривались с другими, торговали. Почему и сейчас война такая затяжная идет? Потому что опять торгуют. Непонятно, чем торгуют. У нас сегодня вечер откровений. Максим сказал, что он просто в активной оппозиции к ныне действующей власти. Она его разочаровала. Саша сказал, что война идет из-за того, что идет торговля. Интересно. Давайте послушаем зрителя, потом передадим слово нашим гостям. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Да, пожалуйста, добрый вечер. В какую партию не иди, но прежде всего будь человеком. И думай о людях. В Николаеве 90 депутатов. Из них 5 человек думают и помогают людям. Из уст не сходят Иванова Надежда, Ильюк.
А где же те, что говорят, мы для людей, остальные решают только свои проблемы? Спасибо. Вы знаете, у вас интонация человека внимательно, тщательно читающего заранее написанный текст. Пожалуйста, порепетируйте еще разок. Говорите, пожалуйста, вы, уважаемые гости. Друзья, вы знаете, я бы все-таки хотел предыдущей звонящей женщине, но надо уважать ее возраст, пенсионный 69 лет и мужу 74. Хотел бы немножко ответить, и это как раз в контексте нашего диалога происходит. Вот я считаю, что субсидии – это такой высший уровень издевательства над нашими согражданами. Почему? Потому что в субсидиях, по тем нормам, которые Кабмин Яценюка заложил, ну, подпадаем многие здесь сидящие в студии, почти все живущие граждане Николаева, даже кто работает, не только пенсионеры и так далее. Потому что ну, люди зачастую ниже прожиточного минимума. И вдумайтесь, из всех категорий граждан, которые нуждаются в субсидиях, только 5% подали. Вот нам уважаемая женщина сейчас в студию позвонила, с мужем они подали еще весной, это они входят только в 5%, а 95% живущих за чертой бедности, не имеющих возможность оплачивать там газ сполна там, и так далее, холодильник, чтобы у них был там с кефиром и со всем остальным прочим колбасой. Они вообще даже дорогу не знают к этим субсидиям. Поэтому вот мы как политическая сила, которая 16 лет уже и несем ответственность, мы не бренд, мы сила политическая за слова. И даже наша руководитель, неся ответственность, в тюрьме находилась на протяжении 3 лет и не сломалась, не изменила свои убеждения и взгляды. Мы считаем, что цена на газ, например, должна быть справедливой. Мы считаем, что, например, не нужно издеваться над теми категориями, кто бесплатно в маршрутном такси должен ехать, а нужно к пенсии добавлять средства необходимые. Точно так же нужно к пенсиям добавлять те средства, которые в субсидию входят. Мы что, не знаем этих людей? Они что у нас в электронном виде, в реестре не внесены все, как пенсионеры и так далее? И знаете, я вот удивляюсь, сегодня бигбордами обклеен весь Николаев, Николаевская область. И тут очень интересная оговорка по Фрейду, даже ведущий уважаемый себе допустил. Бренды. Действительно, сегодня уже, знаете, как раньше когда-то водка, я был автором закона, запрещающим распитие спиртных напитков в общественных местах, рекламу там и так далее. Как раньше водки между собой соревновались. Я прошу прощения, там паксы какие-то соревновались между собой, чтобы лучше продаваться. Сегодня нету такой политической силы, как Ведроженя. Давайте честно скажем, Кирпа давно покойный, Коломойский просто как-то там выкупил эти документы. Почему? Или еще что-то такое. И потому что Батьковщина, я вам хочу сказать, ответственность несет, репрессии переживала на себе. Потому что Батьковщина целый ряд законов изменила. Сегодня коммунальные тарифы принципиально мы меняем. Сегодня мы добились из 2000 домов жилого фонда многоквартирных в Николаеве. 1000 домов не имеет счетчиков. Мы добились, уже третий месяц получают тарифы в 2 раза более низкие, чем им нарисовал Яценюк. И это наше несчастье, что он в нашу партию входил. Мы от него освободились, очистились. Сегодня вы видите, он даже на выборы не пошел. Народный фронт, знаете, это как самоубийство политическое совершил. И в эту пошел, как говорится, братскую могилу, там как она правильно называется. Все сейчас бренды так называемые на белом фоне почему-то, как Батьковщина. Все почему-то красным написаны. И еще даже количество букв в слове похожее, понимаете? Поэтому я очень надеюсь, что у нас в Николаеве, в Николаевской области придут те депутаты, которые не будут, как в Верховной Раде, слепо по команде, как раньше Чечетов там этот махал рукой, нажимать на кнопки, а будут осознанно понимать, какие реформы мы продвигаем, осознанно понимать, куда мы область ведем, к развитию сельского хозяйства, к развитию кораблестроения, к развитию дорожного хозяйства и так далее. И сегодня, к сожалению, большинство партий это просто подстроенные под электоральные настроения бренды именно, а не партии как таковые. Смотрите в Америке. Есть демократическая партия, которая более социально за справедливость. Есть республиканская партия, буржуазные. Я, например, был на съезде международном народной партии, европейской. Во всех странах она присутствует. People's Party называется. Социально ориентированная партия, которая целенаправленно заботится о таких, как сегодня звонила уважаемая женщина первая в студию. Которые целенаправленно заботятся о том, чтобы инвалиды, как за решеткой они жили в своей квартире, были везде спуски, лифты приспособлены и так далее. И для того, чтобы даже тот, кто не смог получить работу, прожиточный минимум получал и не побирался в помойках, не рылся, как сегодня с 2 дипломами явно люди, по лицам же видно есть в том числе, не бомжи, не спившиеся алкоголики, просто, как говорится, за коркой хлеба лезут. Вот с этим мы должны наконец-то
выйти из этого пике смертельного. И бренды, я не думаю, что выведут, потому что за ними стоят огромные деньги. Мы, как политическая сила, не в состоянии себе позволить на миллион гривен обклеить месяц всю область. Спасибо. У нас есть два блестящих сюжета о брендах. Мы чуть-чуть попозже их покажем. Я вижу просто небывалое оживление среди экспертов. Но я бы все-таки хотел, чтобы гости успели высказаться, потому что достаточно вопросов уже прозвучало в ваш адрес. Татьяна Васильевна, пожалуйста. Я хочу відзначити, що по великому рахунку праві ті експерти, які заявили, що по великому, якщо говорити по великому рахунку, то дійсно серйозних політичних партій на території Миколаївської області дійсно немає. І ми йдемо на вибори по політичним спискам, ми обираємо депутатів і вважаю, що було б дуже правильно, щоб на цьому велика політика просто-напросто закінчилася. Ми, депутати обласної, районних, сільських рад, міських рад, місцеві органи влади. І на сьогоднішній день стільки багато проблем на місцевому рівні, які ми просто зобов'язані як депутати вирішувати. На жаль, про яке вирішення цих проблем ми сьогодні можемо говорити, якщо кожен сьогодні опікується тим, як би найкраще у вигідному світлі представити свою політичну партію. Якщо відкинути в сторону політику, скажіть, будь ласка, зовсім недавно ми приймали рішення сесії обласної ради про об'єднання територіальних громад, про механізм, затверджували схему об'єднання територіальних громад. Закон називається про добровільне об'єднання територіальних громад. Це просто, ну, іздівательство, можна сказати, над нашими людьми, над населенням нашої області. Люди зробили вигляд, що немає закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Вони повністю, ці люди, які його реалізували, наплювали. Я вибачаюсь за таке грубе слово, але це дійсно було так. Тому що... На що наплювали? На сам закон. В законі чітко, ясно прописано, як повинна мати, яка повинна мати місце реалізація закону про добровільне об'єднання територіальної громади. У експерта є вопрос к вам. Я закінчу, я вас слухала, я вам не перебивала. Я хочу сказати, що не тільки на цей закон ми наплювали, по великому рахунку ми не дали можливості людям, усьому населенню нашої області пояснити, розказати, які переваги, які плюси, які мінуси. Я за реформи. Да, реформа повинна бути. Але по великому рахунку реформа повинна бути в першу чергу адміністративна. Ви подивіться, стільки в нас чиновників багато, що тільки в сільських радах, а сільські ради найближче до людей. Чиновників скрізь багато. І на районному, і на обласному рівні, і на державному рівні. Та реформа, яка не пройшла в часи помаранчевої влади, вона зараз реалізовується, адміністративна територіальна реформа, під гарними гаслами, під гарною назвою про добровільне об'єднання територіальних громад. Не тільки ж людям не пояснили, сесію обласної ради провели позачергову. Ми не мали можливості навіть у комісіях, постійних комісіях, обговорити це питання, вислухати. Навіть наша профільна комісія, комісія з питань АПК, я про це говорила на сесії обласної ради, а голосування? Це Гройсману, я говорила, потрібно 100 разів повчитися. Дядя Василь, ну хто ж мішав? В конце концов, вашим єдиномислянникам не голосувати за це. Голосування... Значить, я хочу сказати, що не проголосували... не проголосували, 2 чоловіка утрималось, 12 проголосували проти. 12 проголосували проти. Хорошо, но большинство в областном совете составляют ваши бывшие однопартийцы. Если они все так проникнуты идеей вот, сохранения громад, то почему они голосовали? Ярослав Володимирович, дайте закінчити, будь ласка. Я не закінчила. Я хочу сказати, що питання заключається в тому, що коли запропонувала я особисто голові обласної ради поставити питання на переголосування, тому що тої кількості голосів, яка потрібна для прийняття рішення, конкретно 49, не було, то
то що мені сказали? Та ні, ми не будемо ставити, бо я бачу, що людей не вистачає. Тому я... Ну, извините, ваші люди виходили просто із сесійного залу. Виходили не мої люди. Ні, ну хорошо, наші з вами колеги по обласному совету. Давайте справа. Так, да. Тому... Ну, виходили люди. Тому... І як можна було голосувати, не маючи кворуму? Правильно. Правильно? Ні, так вони-то виходили вже після голосування, тому що можна... вони вийшли тільки для того, а щоб як можна було голосувати, порушуючи цілий ряд норм закону. Так это сейчас уже давайте позволим Владимиру Михайловичу задать уточняющий вопрос. Это не обсуждение сессии, это обсуждение реалий, потому что многие люди категорически против этого. Давайте говорить по очереди. В минулому році, в травні минулого року, була подана Петром Порошенко перша редакція змін до Конституції, якщо ви пам'ятаєте. Я тоді написав статтю велику, вона опублікована. Далі я поїхав по районах, в Новий Буг, там проїзду взагалі не було. Великі зали людей збиралися, я говорив уже про децентралізацію. Потім в січні цього року круглий стіл в обласній раді. Я пропоную, шановні колеги, створіть із депутатів обласної ради групу людей, яка буде говорити про децентралізацію, яка поїде і буде якимось чином розтлумачувати все те, що відноситься до децентралізації влади, да? Мені сказали, це не наразі. От коли зверху там скажуть, от тоді ми щось будемо робити. І можу сказати, жоден депутат з січня цього року нічого не зробив для того, щоб зробити якусь депутатську групу, поїхати по області і роз'ясняти, що потрібно для децентралізації. А коли вже був постанова Кабінету міністрів, і в такому пожежному варіанті обговорювалось питання об'єднання територіальних громад, то, звісно, річ, що не всі і зрозуміли, що це таке, і не хотіли розуміти до цього. А далі я хотів би зазначити, що незважаючи на те, що от ви говорите, це ж все ж таки боротьба різних депутатів, депутатських, ну, кланів не можна сказати, тому що це груп, які проти того, щоб мати вплив на той чи інший район. Оце основна причина, чому депутати виступали проти децентралізації. Олександр Янсен є що сказати, а поки к нему йде Наташа, я хочу просто заметити на полях, що замечательне продовження слов Владимира і закон про добровільне об'єднання громадян. Це не зовсім знак. Продовження слов Владимира Михайловича, що великі дві різниці. Ви просто не в темі. Тетяна Васильевна, можете я пойду відсюди? Ви без мене, як традиційно, як сесію проведете. Ну, я вообще не сомневаюсь, що мені разрешите. Владимир Михайлович, просто... Как вы помните, да, вот тогда, когда вы говорили, действительно, как-то все было на часе. Потом вдруг резко был создан офис реформы из двух человек, который начал активно проводить работу по пропаганде децентрализации. Так вот, я хочу вам рассказать, что не совсем недавно, буквально несколько дней назад, офис реформ завершил свою работу, и теперь уже никуда не ездит и ничего не рассказывает. То есть, я так понимаю, что то, собственно, о чем говорит и Татьяна Васильевна, и Владимир Михайлович, хотя, в общем-то, они, по сути, являются политическими противниками, это подтверждает одно... Владимир Михайлович, вы коммунист. Нет, Владимир Михайлович не выходит на выборы, поэтому не конкурент. Хорошо, Александр Янсен, пожалуйста. Нет, я бы тут сказал, вот сейчас БПП там и коалиция, вот они как раз действуют как коммунисты в 17-м году. Да? Все, что царское, это все плохое. Потому что вот дворяне, всех надо убивать, всех надо, со всеми надо расставаться. Был закон о местном самоуправлении. Я вот, поскольку меня очень сильно волновало это в свое время, я его изучал вдоль и поперек. И я вот радовался, что регионалы хоть что-то смогли создать ценное. Единственное, что он не работал. Вот это была самая главная проблема. Территориальные громады у нас появились, но за исключением того, что почему-то при Олейнике решили лишить возможность наши территориальные районные громады право управлять своим имуществом и право управлять своей территориальной громадой. Право влиять на местном уровне, не где-то там далеко,
А вот здесь местные, Саш, ну убрали, понимаешь? Я объясню зрителям, о чем говорит Саша, убрали районные советы в городе. Ну, наверное, надо было оставить советы улиц, советы домов и так далее. Саша. Так вот это и есть децентрализация, снизу поднимать, понимаете? Я позволю не понять. Да, вот в моем доме, сейчас одну секунду. Вот Олег сейчас депутат моего района. Мы в нашем доме собрались сами, ни ОСМД, ничего, сделали себе крышу. Приходим к депутатам, приходим в горсовет, говорим, ребята, вы извините, вы нам, наверное, как-нибудь верните часть денег хотя бы. Пускай не по самой дорогой цене, за качественный ремонт, как это мы для себя сделали. А сделали, дайте нам денег за столько, сколько вы делаете в любому дому. Да нет, ребята, это никак не предусмотрено. Я говорю, подождите, давайте, мы территориальная громада, мы платим налоги, мы платим то, мы платим все. Мы хотим руководить и управлять. А если не управлять, то хотя бы контролировать. В том, что я, живя в частном доме, никому не хожу и не говорю, дайте мне денег за ремонт крыши. Я поддержу Александра Янцена в его тезисе относительно того, что это было поспешное в свое время решение, когда ликвидировали районные советы в городе Николаеве. Объясню почему. Да, мы сегодня говорим о децентрализации, так вот взять цифры прошлого года, насыщение районами консолидированного городского бюджета. Корабельный район 42% дает, при этом 42%, да, и при этом находится в удалении, худшее транспортное обеспечение, больше промышленная загазованность, да, и все связанные... Ну что, все так повезло корабельному району, что у него все еще там работает порт, океан уже убили. Речь не о том идет, Да. Давайте послушаем, Олег, подойдите, пожалуйста, давайте послушаем звонок, потому что зритель уже минут 10 ждет. Пожалуйста, говорите. Студия, здравствуйте. У меня два вопроса к нашим уважаемым женщинам. Пожалуйста. Первый вопрос Татьяне Демченко, как бывшему главе областного совета. Вот сейчас Татьяна сказала о каких-то недостатках, о множестве чиновников. Значит, у меня вопрос к ней, почему эти вопросы она никогда не поднимала, будучи председателем областного совета. И сейчас, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, вот когда проходит обсуждение вашей передачи, то вот приглашение на вашу передачу представителей партии регионов, ну, извините, просто искажает всю картину, потому что это люди, которые перерядились, перекрасились и сейчас пытаются нас чему-то учить. Второй вопрос у меня к Надежде Ивановой. Мы вот меньше ее знаем в городе Николаеве, но тем не менее после того, как она баллотировалась на парламентских выборах, у нас сейчас немножко рейтинг к ней, ну, к этому кандидату в депутаты упал по одной простой причине, что Надежда Валерьевна оказалась как будто бы неуверенной в себе и, так сказать, предложила свою кандидатуру провластной партии, блок Петра Порошенко, надеясь, наверное, все-таки на административный ресурс. Вот хотелось бы услышать ее конкретный ответ по этому вопросу. Спасибо. Отлично, наконец-то. Да, уже наши зрители дали слово Надежде Валерьевне Иванову, потому что с этими нашими мужчинами, по-моему, она бы не дождалась внимания к себе. Пожалуйста, Анна Васильевна, Надежда Валерьевна, кто там из вас первым начнет? Пожалуйста, я благодарю вас за вопрос. И не совсем с вами согласна с тем, что никогда не поднимался вопрос о значительном количестве чиновников. Вопрос о значительном количестве чиновников поднимался и не раз. И я поддерживаю стремление власти изменить ситуацию в сторону уменьшения чиновников. Но в реалиях, к сожалению, мы видим процесс как раз обратный. Чиновников становится не меньше, а проблем становится все больше. Поэтому сказать, что новая власть более оригинальна за старую власть, она уменьшила существенно, покуда что не приходится. В отношении того, что предыдущий областной совет не занимался вопросом, вопрос звучит не только от телезрителя, вопрос звучал и от людей, которые находятся сегодня в студии. Я подчеркиваю и еще хочу рассказать, что областной совет 5-го созыва, невзирая на многопартийность, работал конструктивно и решал целую массу вопросов, которые связаны и с улучшением жизни населения нашей области. И целый ряд программ и решил. Решили.
вопросы не только по программам, не только мы утвердили программы, и освещение сельских населенных пунктов, мы их профинансировали, и реконструкция дошкольных учреждений, детских дошкольных учреждений, было построено, реконструировано более 60, и программа «Здоровье нации» было около сотни. Это не вы их профинансировали, вы нас только не вводите в заблуждение. На самом деле это наши средства налогоплательщиков, наконец-то, слава богу, израсходовали по назначению. Ну вы извините, пожалуйста, не перебивайте, и не надо так резко говорить. Ну вы как-то так говорите, как будто... Я с вами корректно говорю. Я веду к тому, что я являюсь депутатом областного совета 7-го созыва, но эти программы, к сожалению, они на сегодняшний день свернуты. И я не говорю, что они свернуты сегодня или вчера. Они свернуты еще до прихода этой власти. Поэтому я за то, чтобы эти программы, которые решают злободневные вопросы улучшения жизни населения области и по дошкольным учреждениям, и по медицинским учреждениям, и по дорогам, и по освещению, чтобы эти программы реально были возрождены и действовали. Чтобы они действовали. Но сегодня в результате вот того вопроса, который я подняла в отношении реализации закона про добровольное объединение громадян, вопрос стоит в том, что то, что создавалось ранее, не только депутатами, мы что-то там подставили плечо, что-то там восстановили, реконструировали, создали. А то, что ранее было создано нашими отцами, нашими дедами, в результате вот этого добровольного объединения с карты нашей области, не только школы попропадают и детские сады, к сожалению, пропадут и целые села попропадают. Татьяна Васильевна, мы с вами две каденции. Так давайте будем работать, чтобы этого не было. Зато президенты с полными самолетами денег пропадали. Так давайте, Татьяна Васильевна, мы две каденции с вами вместе заседали в областном совете практически на каждой сессии, когда еще даже близко не было разговоров о децентрализации, мы голосовали за то, чтобы с карты Николаева удалить очередное село. Давайте не будем говорить, что это все вот наследие тяжкого прошлого, новое вот этой вот преступной клики. Я вас поддерживаю и скажу, что после, не надо такие слова, что после реформ 99-го года, реформа про, указ про реформирование АПК 3 грудня 99-го року, подписанный Кучмой, указ был. Так вот, после этих реформаций за 15 лет с карты Николаевской области исчезло более 400 населенных пунктов. Это Кучма начала это все. Это все. Да, Кучма пропали колхозы. Надежда Валерьевна, скажите, это, пожалуйста, хоть что-нибудь, а то у вас сейчас сегодня... Сейчас на... Господа, вот вы не поверите, а Надежда Валерьевна умеет разговаривать, у нее есть голос, давайте его послушаем. У Надежды Валерьевны посевная и уборочная, поэтому... Одновременно, поэтому немножко устала, но хочу ответить уважаемой телезрительнице по поводу того, что административный ресурс, не административный ресурс. Сегодня я живу, работаю в Жовтневом районе, преимущественно, да, и в Терновке, и в Центральном, как бы территориально немного нахожусь. Есть команда в районе, я сегодня вижу реальную работу Виктории Викторовны Москаленко, я сегодня вижу реальные то, о чем вы говорите, ремонты дорог, ремонты садиков, ремонты ФАПа. Я сегодня вижу реальную, ежедневную, кропотливую работу. И я не... Есть такие улучшения в жизни. Проблем больше, чем есть возможности их решить. Я реально вижу сегодня направленность не на разбазаривание средств, а на то, чтобы ежедневно кропотливо работать в районе. И я хочу быть и работать с той командой в районе, которая у меня есть сегодня. И я мотивирована, целенаправленно иду с теми людьми, которые готовы работать и не растягивать. И я хочу работать реально на улучшение жизни своей громады. И ничего плохого с таким издевкой, которые сказали админ ресурс, не админ ресурс, в том, чтобы работала нормальная команда, которая работает, я не вижу. А вы знаете, что та же Москаленко, она поощряет какие-то связи с сепаратистами? Она закрывает глаза на миллионы разворовывания денег в Жовтневом районе.
Я хочу добавить, ну, что... давайте... И об этом сейчас пишут, об этом говорят. Давайте конкретнее. Она на кого конкретно она закрывает глаза? Она конкретно награждает сепаратистов. Каких? Какими-то... Ну вот ну, на последней встрече у Мерикова поднимаю Финкельштейн и говорю, с Демальянса этот вопрос. Я вам скажу конкретно, она награждает не тех, кто бы сепаратисты или бывшие региональные, а тех людей, которые работали за конкретные заслуги в районе. Но я давайте хочу уже не добавить к тому, что вы сказали, в отношении того, что вы видите реальные изменения в лучшую сторону. К сожалению, я вижу реальную ситуацию по ухудшению жизненного уровня людей. Я вижу обнищание людей. Я вижу невозможность прожить за ту пенсию, которую сегодня, кстати, Верховная Рада подняла до уровня 1070 гривен. Я вижу невозможность прожить за ту минимальную зарплату. Я вижу невозможность... Не путать полномочия главы района. Ну вы сказали, что вы видите, а я вижу не улучшение, я вижу реальную каждодневную работу, направленную на улучшение. Я вижу невозможность. То, что могут сделать. А вот давайте мы не будем говорить за людей, а посмотрим, послушаем, что сами люди видят в нашем городе. Пожалуйста, опрос. Обещали, обещал нам мэр забор сделать, когда был здесь. Вот ждем. А давно это было? Ну, это было недели две назад, когда делали покрытие нам. А за это большое спасибо, это я все приветствую. Конечно, происходит. Люди становятся добрее, вежливее. В общественном транспорте все говорят спасибо, пожалуйста. Передайте за проезд, пожалуйста. Хорошо, а лично... в хозяйственном? Хозяйственном, ну, к... В последнее время чуть-чуть улучшились покрытие дорожное. Вы как велосипедист, да? Да. Ну, это, наверное, какие-то плановые ремонты, скорее всего. Что еще у нас улучшилось в городе? Нужно немножко больше городского пространства нам нужно, такого для людей. Чтобы было больше лавочек, больше каких-то рекреационных зон, фонтанов. Дороги ремонтируют, тротуары ремонтируют. Все, так больше ничего не замечала. Не замечала. А, единственное, что к дню города немножко украсили сквер. Каштановый сквер чуть-чуть украсили, там что-то там какие-то сделали типа фонариков, но не с цветочками, что-то там плиточку какую-то положили. Ну, знаете, такое ощущение, что это происходит отмывание денег. Происходит, конечно. Что ваше наблюдение? Ну вот смотрите, у нас по проспекту ездят новые троллейбусы. Уже как бы плюс. Есть и старые, есть и новые. А еще что-нибудь? Еще и что-нибудь. Вот, на ваш взгляд, хотелось бы его большего от чего-то, кроме троллейбуса? Ой, хотелось бы чистых улиц, более, чтобы мусорники хотя бы стояли, чтобы людям было куда бросать мусор. Ну, чтобы, не знаю, чище было как-то. Не могу сказать, я проездом не местная. Праздник города мне очень понравился, действительно позитивный. Чистота улиц намного лучше стала, чистота улиц намного стала, чище улицы стали. Да. А вот дороги, дворы, троллейбусы. Все ремонтируется, вот это очень нравится даже. Единственное, что я увидел, это то, что отремонтировано немного дороги, но есть и куча негативных. Например? Ну, например, вы посмотрите, заборы просто срезаются кусками, заборы металлические. Вот. Деревья не пилятся, ничего не делается как такого. Если время будет, то да. Нет. Чтобы определиться, необходимо иметь полную информацию. Чтобы ее иметь, необходимо ее собрать, а потом обдумать, осмыслить. Для этого необходимо время. На выборы я буду обязательно. И в принципе даже определился и за мэра, и за делегатов, или депутатов, конечно. Не знаю, я буду на вахте. Сын, если будет на работе, тоже не пойдет. Если нет, то... Честно, я... как-то этим толком политикой не занимаюсь, то есть мне как-то, честно, не интересно. То есть... Я разочаровался давно, когда вот этот переворот случился в Киеве, все, я сказал, не будет толку, но так и случилось. Что один олигарх сменил другого, абсолютно, это надо что-то новое. Но речь идет о местных выборах 25-го. Ну а местные, это продолжение оттуда, сверху, это же не идет, оно же запараллельно, если там те, то будут такие же самые здесь. Пойду. А вы уже определили?
Почти. Є некоторі сумніви. Не підемо. Нема змісту. Немає кандидатур, немає достойників. Абсолютно ніде. Ні в Миколаївській області, ні в Львівській, ні в Київській. Обіцяти можна багато і обіцяється більше і більше. А виконується менше і менше. Це переобіцянка, обіцянки, обіцяної давно. Тому нічого не змінилося. І, напевно, не зміниться. Треба заходити лише на себе. Якщо принесуть бумажки, то пойду, звісно. Ну вот борды по городу висят. Вы знаете этих кандидатов? Я нет. Я вижу, что они каждый раз баллотируются. Кое-ком слышали что-то, вроде неплохое. Вот. Но и кое-что не очень хорошее. Пока это просто обещание. Того, кто выберут, надеюсь, он сдержит хотя бы 10% того, что пообещал. И тогда уже будет хорошо. Не, я даже не знал, что будет 25-го выбора. Не верим никому. Все равно будет то, что они захотели. То, что они, то, что они уже запланировали, то и будет. Поэтому мы первый раз не собираемся идти голосовать. А что происходит в стране? Война. Гибнут молодые люди. И что изменилось от Януковича? Ничего. Пенсии. Еще хуже только стало. Пенсии и ту только уменьшили. Обещают, и ту забрали 15%. Наш зритель нас терпеливо дожидался на протяжении всего сюжета. Большое спасибо вам за терпение. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Я думаю, что у нас выборы все-таки, может быть, первый раз между партиями. И я, например, знаю только всего две партии в Украине. Почему-то они называются Всеукраинское объединение. Это Батьковщина и Свобода. Остальное просто проекты. И люди бегают из этих проектов в проект, чтобы поближе быть к корыту. И вот, и, как говорится, судьба партии регионов только подтверждает это. Я, честно говоря, больше бы уважал бы их, если бы эти люди остались в партии регионов. Но привластные партии, они имеют одинаковую судьбу. И партия блока Петра Порошенко будет иметь такую же судьбу, как и предыдущие «Наша Украина», с СДПО и так далее. А вопрос у меня к Соколову. Вот я участвовал еще в 2004 году в Майдане и руководил Майданом глава Николаевского объединения Батьковщины. Где он сейчас, какая у него судьба? Спасибо. Этот вопрос многих интересует. Смотрите, Забзелюк Роман Емельянович, это мой коллега. Я с ним протрудился в Верховной Раде 5 лет. Он очень много законопроектов внес. Мало того, у нас совместное было участие во всех протестных акциях. И я вам скажу, что он ни разу не предал партию, всегда был с нами, пока не освободилась Юлия Владимировна. И мне кажется, что для него, как для офицера, для него, как для такого мужчины с большой буквы, человека чести, это был принципиальный исторический момент. Мы вместе с ним организовывали палаточные городки, городок, там, например, под судом. Также переживали репрессии в районе тюрьмы ее, там и зимовки и так далее. И когда освободилась Юлия Владимировна, мне кажется, что он по каким-то семейным обстоятельствам, помните, он как человек скромный, как говорится, о здоровье никогда не говорил, но были разговоры, что у него что-то, какие-то есть нюансы со здоровьем и так далее. Ну и, к сожалению, мы сейчас не имеем с ним контакта, но все те люди, которые в партию пришли, включая и Кравца Олега Анатольевича, включая и голов районов, включая Дурачевскую Наталью Анатольевну и многих-многих других. Они сегодня работают в партии, являются коллективом, выдвигаются в депутаты разных уровней. Даже кандидат в мэры города, который будет выдвинут от нашей политической силы, он во времена Романа Емельяновича стал членом Батьковщины. Спасибо за вопрос. Олег, пожалуйста. Вот, никаких претензий к тем именам, которые вы перечислили, кроме Забзалюка, да? Знаю практически всех, да? Ну, я не по вопросу, но это все-таки вы отвечали, это по сути, по своей сути, это заявление, да? И никаких нет претензий, с уважительно отношусь и к Дурачевской, и к Кравцу Олегу, и ко всем перечисленным. Но вот как-то вы так лаконично описали некую потерю в этой жизни Романа Емельяновича, мне так кажется, так закруглили углы, плавно подготавливая его возвращение. Хотите, я вам скажу, как было, чтобы слышал тот же самый слушатель. Да? В начале Майдана Забзалюк с перепугу продал его, заявив на все телеканалы, а эти все записи есть, о том, что он не сторонник вот такого решения с перезагрузки власти. После этого растворился, после этого пытался любыми способами
попасть тогда к Юлии Владимировне, когда она находила заключение, вымолить пощаду. Это я четко знаю. После этого растворился, и ходят упорные слухи, что где-то в районе, да, в районе Испании вот стоит искать этого пламенного патриота Украины. При всем уважении, я еще раз подчеркиваю ко всем тем людям, о которых вы сказали ранее. У меня эта информация неизвестна. На лечение якобы. Не помните такой сюжет? Мне эта информация неизвестна. Я хочу сказать, об этом говорила вся страна. Послушайте, я с ним с тех пор, как Юлия Владимировна освободилась, и мы вместе с ним ее поздравляли с освобождением, я с ним, к сожалению, не общаюсь. Хотя был бы рад. Это мой коллега, мы с ним много лет проработали. Игорь Пох давно просил слова. Пожалуйста, Игорь. Всем еще раз добрый вечер. Мы первую... Больше половины первой части программы посвятили обсуждению, ну, условному обсуждению областным кандидатам и в городской совет. А давайте перейдем плавно к кандидатам в городские головы. Это тоже тема очень интересная, очень любопытная, и я так думаю, что многих телезрителей кандидатуры будущих возможных мэров, мэра, не менее интересует, чем другие персонажи. Так вот, тогда, прежде чем мы начнем это обсуждение, я хочу предложить вам сюжет Марии Савицкой. Он, ну, не совсем как бы касается непосредственно этого, однако, учитывая, что речь идет о билбордах, которые сейчас в большом количестве появились в городе, и как под любые выборы, о чем говорил вот Михаил Владимирович, это бренды, собственно, там фигурируют и люди, которые заявляют себя как будущие мэры. Я могу потом закончить? Да, Игорь, конечно, закончишь. Давайте мы сейчас посмотрим этот сюжет, и думаю, что он как бы и дополнит твой вопрос. Пожалуйста, сюжет о билбордах. Білборди як технологію політичної агітації масово стали використовувати відносно нещодавно, 2010 року. Це ефективний та дешевий вид реклами. Коли кампанія не тривала і необхідно швидко досягти певного відсотку впізнавання, через борди легко можна донести основний меседж до виборця. І тут зовсім не важливо, чи відповідатиме цей меседж ідеології партії або окремого кандидата. Виборець не має замислюватись, має просто запам'ятати і в потрібний момент пригадати. Як правило, на бордах пишуть те, що хоче чути пересічна людина. І зовсім не обов'язково, що сам кандидат так само мислить. Головне – задовольнити електорат. Наприклад, розмістивши повідомлення про нижчі тарифи, їх ніхто насправді знижувати не збирається. Вони і так найменші в Європі. Втім, грати на цьому полі намагатимуться всі. По такому ж принципу діє і повідомлення про мир в країні. Опозиційний блок пропонує повернути мир на нашу землю. Враховуючи походження цієї політичної сили, цілком можливо, вони знають, як домовлятися з керівництвом сусідньої країни та підконтрольними їм сепаратистами. Втім, в цьому разі треба замислитись, що ще Україна може втратити. У політтехнологів є певні розрахунки, як треба розміщувати борди з політичною рекламою. Але до їх порад в нашій країні рідко прислухаються. Тому і виникають певні комічні ситуації. На сусідів по площі також увагу мало звертають. На цьому борді розмістили свою рекламу одразу три політичних сили – «Солідарність», «Батьківщина» і «Наш край». Ми не будемо шукати таємних зв'язків, просто, мабуть, для реклами місце вдали. Ну, це все, на самом деле, всього лише недоработки штабів. И нехватка, например, мест, когда скупается все, что есть, и размещается необдуманно. Конкретної цифри, скільки бордів треба розмістити, немає. Їх може бути і 10, але в потрібних місцях. Як правило, де велике скупчення людей. Заздалегідь у нас рекламні площі ніхто не викупає. Адже рішення балотуватися приймають в останню мить. То й виходить, що чіпляють на перші ж вільні місця. А от члени українського об'єднання патріотів вимагають вимог 10, тут друга, контракт, а не мобілізація. Де інші, підемо шукати. На проспекті Леніна ми знайшли ще вимогу номер 1 та 3. Аби дізнатись про інші, треба докласти зусиль. Хоча, може, це інтрига така. І на сам кінець. Будь-яка реклама – це маніпулювання. Не варто довіряти всьому, що намагаються донести з бордів кандидати. Аналізуйте, аби не було потім тяжко-боляче за свій власний вибір. Итак, Игорь Пох заканчивает вопрос, и наши гости наконец-то получают возможность высказаться. Сразу предупреждаю, ждем с Надеждой Валерьевной. Игорь, пожалуйста. Окей, спасибо еще раз. В Фейсбуке есть такая
очень любопытная, на мой взгляд, группа, потому что я ее сам создал, под названием «Неравнодушный Николаев в скобочках идеи для политиков». Группа была создана, это я не рекламирую, а объясняю, что, собственно, хочу сказать. Ключевое слово «идеи». Группа была создана для того, чтобы обычные люди писали в нее свои вот, видения идей. Не просто решение неких проблем, которые были всегда, есть и будут тоже всегда, а именно идеи, которые, ну, с большой буквы, которая сможет изменить город в лучшую сторону. И я там пишу время от времени, что уважаемые господа политики, потенциальные кандидаты, заходите почаще в группу и реагируйте, потому что если вы не прореагируете ни на одно сообщения, которые пишут люди, то люди к вам точно так же будут относиться и не проголосуют за вас. Потому что все политические технологии – это одна только часть. Она может сработать, а может не сработать. А вот идея – это немножко другое. Идеей никто в городе никогда не занимался. Никогда. Никто никогда из потенциальных кандидатов в городские головы или в мэры, проще говоря, не выдвигал никакой глобальной идеи. Так вот, что я хочу у вас спросить. Каждый, вы все трое представляете определенную политическую силу. Бренд, политическую силу, неважно как это, партию. Так вот, что вы можете сказать по поводу идей? Существует ли некая идея, не решение проблем, подчеркиваю, а именно идея, которая сможет изменить город к лучшему? Спасибо. Надежда Леонидовна, пожалуйста. Затрудняюсь ответить по поводу идей. Ну, действительно, честно. И по поводу, есть ли идеи. Я думаю, что у любого думающего человека есть идеи. Вопрос, хороши ли они, эти идеи. Нет, у партии, да? Вашей. У партии. У любого мыслящего человека хорошо, есть идеи. У партии есть идеи. Вопрос в том, как их воплотить. Хорошо, а какая идея в ВВП? Вот основная идея блока Петра Порошенко. Как воплотить идеи? Нет, а вот серьезно, вот с какой идеей идет политическая партия? Вопрос на засыпку, похоже. Да, ну похоже, да, наверное. По сути, идеи нет. По сути, идеи как таковой, если мы культивируем в том смысле, как вы говорите, ключевая идея, да, как да. Коммунистическая партия в свое время, центральная. Да, нет, я не имею в виду идеологию. Это немножко другое. Я говорю об идее конкретного кандидата от конкретной партии, которая сможет изменить город. Я думаю, что в этом плане лучше было бы сюда пригласить кандидатов в мэры, для того, чтобы они подебатировали на эту тему. Вы что-то обсуждаете, у вас какие-то там... Я скажу, что в городе... Я особенно не общаюсь в основном в области. С будущим мэром тесно тоже не общаюсь. Ну, я чуть-чуть вам допоможу. Нельзя. То есть вы же выбрали партию по какой-то идеологическому соображению? Не дивлячись на те, что я не знаю. Знаю, так ідеологія чи ідея? Ідея. Не ідеологія, ідея. Не дивлячись на те, що конференція буде вирішувати, приймати рішення, чи буде від політичної сили нова держава балотуватись Пучков, що сьогодні було заявлено в репортажі. Я хочу сказати, що ідея однозначно повинна мати місце. Без ідеї обрання міського голови, воно просто не має ніякого сенсу. Якою бачу ідею я і політична сила, від якої, яку я сьогодні тут представляю? Це комфортні умови для проживання людей у місті Миколаєва. Можливість працювати, можливість виховувати дітей, онуків, будь впевненими в тому, що у нас буде нормальна ситуація з теплом, і з газом, і з усім останнім, те, що включає в себе комфортні умови проживання, робочі місця, можливість заробляти. Що робити, а не просто. Так от, на цю ідею повинен дати відповідь конкретний претендент, який іде на посаду. Так, господа, обратите внимание. Николаев офшорной зоны. Господа, обратите внимание, вот люди, которых мы опрашивали на улице, говорят, что им как раз очень даже нравится то, что делает нынешний мэр.
То есть, по крайней мере, свой эту работу они видят. Да, создают. Да. Михаил Владимирович, у вас есть кандидат в мэры, и, как я понимаю, есть ваше собственное видение этой ситуации. Пожалуйста. А потом мы сейчас поговорим, кстати, очень интересный. Посмотрим еще один интересный сюжет. Пожалуйста. Спасибо. Это вы хотите идеологию, вы знаете, или идею? Я бы хотел сказать о том, что наша политическая сила – Батьковщина. Она как раз именно и отличается от других политических сил тем, что реализует идеи определенные. Вот, например, был всплеск очень большой деловой активности, инвестиционной активности, создавались рабочие места в 2007, 2008, 2009, и землей в это время торговали. Фактически там кумовьям каким-то по непонятным принципам городские советы отводили. У нас возникла идея. Пожалуйста, пусть земля предпринимателям в руки попадает, но... Или выключено на конкурсных засадах, или на аукционах. И таким образом Батьковщина разработала законопроект, я одним из авторов являлся, для того, чтобы бизнес прозрачно, платя городскому совету или областным советам в бюджет развития там и так далее, получал легально абсолютно землю с тем целевым назначением, который, пожалуйста. Это просто вот маленький пример, исторический такой. А сейчас хочу сказать, что мы поняли, невозможно дальше наблюдать эту стагнацию. Мы поняли о том, что для того, чтобы город Корабелов стал столицей Корабелов, а не падением Корабелов. Для того, чтобы область, из которой Гитлер вывозил чернозем, стала столицей чернозема, столицей сельского хозяйства Украины. Мы создали форум. И мы пригласили на этот форум всех участников, всех, кому не безразлично развитие области. Это не партийное мероприятие. Мы просто хотим понять, с чем идти в советы областной, городской, с какими идеями. Потому что мы, флагман, например, китайского, вы знаете о том, что военной промышленности, а это же океанская держава, морская держава, вы знаете, что он построен в Николаеве, стоит 4 миллиарда долларов США. Я недавно встречался с Клименко, с ректором уважаемого нашего вуза. Я говорю, слушайте, а вы знаете, за сколько продали это судно, за счет которого мог бы не только Николаев, долларов, вся бы 20 миллионов долларов. Металлолом, если порезать, дороже стоит. Это же позор. И он мне говорит, Михаил, ты ничего не понимаешь, едь назад к себе в Днепропетровск. Я как раз понимаю, что если вещь стоит 4 миллиарда, и ее можно делать в Николаеве, я сейчас очень надеюсь, что все-таки кораблестроение заново начнет развиваться, и все предпосылки у нас есть геополитические для этого. Я очень надеюсь, еще раз, послушайте, у нас на самом деле мощнейшая логистическая развязка с выходом в незамерзающий регион, раз. У нас причальные стенки, у нас есть... Документация, китайская делегация месяц назад приезжала, 28 человек, спят и видят на те крейсеры, которые строились на заводе 61 коммунара, за документы готовы миллионы официально заплатить. А на самом деле суда, которые мы можем строить, миллиарды стоят. Лодки делали 200-300 лет назад, Петр I для этого детей знати отправлял в Европу, чтобы в вузах учились, и таким образом наши соседи стали, как говорится, мореплавающей державой. А в Николаеве уже тогда линейная архитектура города предусмотрена таким образом, что, как говорится, проспекты раньше как конвейерами были кораблестроения. Неужели это не идея? Неужели не идея, что вот я знаю, например, изучал биографию Надежды, ей по наследству прекрасный бизнес передан селекции зерновой. Потому что фуражное зерно, которое сейчас у нас на полях растет, оно стоит там 200 долларов за тонну и так далее. Как только ты начинаешь селекцией заниматься, сразу уже зернышко 1000 долларов стоит. Как только переработку начинаешь делать, а это идея, и мы форум проводим. Послушайте, на самом деле у нас в области есть прекрасное учреждение Аграрной академии наук. Там, где каждый метр квадратный задокументирован. Не так, как издеваются над землей сейчас фермеры некоторые. Взяли короткостроковую в арендочку на 3-5 лет. 5 раз или 3 раза вырастили там подсолнечник. И дальше это уже не чернозем, а выбросить его можно. Именно идея для того, чтобы не просто за севооборотом следить, инспекцию на инспекцию придумывать. А как создать, и мы на форуме, я уверен, 1 февраля услышим очень много от ученых, от производственников, от зарубежных инвесторов. Извините, 1 октября, естественно. Да, здесь, в Николаеве, мы проводим утром этот форум, с большой зал берем, приглашаем прессу, активистов, общественников и прочее. Поверьте мне, мы услышим много идей,
Как сделать так, чтобы свобода слова у нас в области развивалась, и был плюрализм мнений, мы научились уважать друг друга. Как защита прав граждан, а вы помните в Радику, помните эти страшные случаи после дискотек, которые происходили. Мы же должны просто на новую жизнь начать. Мы услышим правильные идеи, как нашу зону рискового земледелия превратить в зону безрискового земледелия за счет тех каналов бетонных, которые построены нам от Советского Союза, в подарок достались. И теперь сделать капельную систему полива, а не ту, которая, ну, выкопана из полей, но она уже морально устарела. Она энергетики потребляет страшное количество. Капельная не как нам, всего. Ну, я имею в виду, как затем сделать... Еще целый ряд моментов. Вон у нас в центре города, например, завод Дормашины, там, за него когда-то боролись, но на самом деле я не понимаю, за что бороться, если нам дорожные машины, в принципе, уже никто не покупает последние 10 лет. Как сделать так, чтобы мы инфраструктуру возобновили? Мы же находимся с вами, друзья, на шелковом пути. Всю жизнь Китай... Как найти путь, чтобы было... Послушайте, мы сейчас собираем эти идеи. План развития области Миколаевщины. Мы даже торговую марку такую разработали. Розвиток Миколаевщины. Специально. И я уверен, что мы эту программу предложим участникам по коалиции 26 октября. Ну, выборы же закончатся. Нам же нужно будет ради чего-то дальше двигаться. План на пятилетие, как говорится, развитие. Я уверен, что мы с большинством договоримся. Я не хочу перечислять фамилии, но большинство лидеров, почти все демократических сил, сегодня готовы на этих принципах объединиться и идти в Рады. Вот и все. И мы, например, не боимся нести политическую ответственность. Я был инициатором внести в законопроект про местные выборы, коль мы уж так сегодня говорим об этом, о том, чтобы тот депутат, который баллотировался мажоритарно, например, от Первомайска, там, или, например, от Жовтневого района, по окончанию каденции совета он не имел юридического права баллотироваться не в Жовтневом районе, не в Первом, понимаете, да, для того, чтобы нести политическую ответственность. Вот я, например, уважаю Олега, но то, что сегодня произошло, это просто закон так позволяет. Мы, например, несем политическую ответственность тем, что мы батьковщиной как были, так и остаемся. И не переименовываемся. За нас дали 5%, ну, значит, мы плохо работали, значит, мы не убедили. Значит, мы развитие не заложили государства или отдельно взятой области. А сегодня мы перепрыгиваем, ну, кто-то перепрыгивает из партии в партию. И таким образом от политической ответственности уходит. Даже на уровне районного совета, даже на уровне городского, даже на уровне области. Хотелось бы видеть тех лиц, которые... Если тебя избрали, ты не оправдал доверия, ты юридически не можешь. Я вам хочу сказать. Прятаться за бренд партии невозможно. Сегодня список открыть. Подожди, давайте говорить по очереди, пожалуйста. Так, пожалуйста, Михаил. Я отвечу на один вопрос. Поверьте мне. Сейчас, хорошо. Поверьте мне, мы в партии провели праймерис. Я сегодня юридически не имею права фамилию называть. Потому что он еще как кандидат в ЦВК не зарегистрирован. Я считаю, что те лица, которые сейчас висят на портретах, все, и если кто-то из них будет кандидатом в мэр, это грубейшее нарушение закона. Ну, просто я просто хочу как юрист вам сказать. Наш кандидат мы выбираем по принципу очень простому. Членство в партии более 5 лет. По принципу пусть молодой, но порядочный. Чем? Ну, я объясню почему. 5 лет, потому что каденция уже одна прошла. И мы видим, что человек не перепрыгнул с партии регионов, не начал голосовать. Как некоторые мои коллеги, бывшие батьковщинцы в облсовете, там, например, в горсовете и так далее, и так далее. Мы только поэтому такой принцип. Если что-то общеполезное. И теперь смотрите. Второй принцип. Человек обязательно должен иметь репутацию, не связанную ни с коррупцией. Причем мы не смотрим на судимость, мы смотрим тоже на факты в рамках люстрации. И мы считаем, что принцип главный, чем старый вор со стажем, я не имею в виду никого, я взагалі по всей Украине имею в виду ситуацию, и по Первомайску, там, и по Николаеву, и так далее, и так далее. Так лучше порядочный, пусть молодой будет. Пусть даже чуть-чуть недостаточно опыта, но выше образование. Лучше молодой, но неопытный. Лучше молодой, но порядочный. Я прошу прощения. Это принцип. Так, секундочку, лучше молодой, но порядочный. Подождите, Олег, я вижу, что тебя кратит, но тут Надежда Валерьевна просто на протяжении всего долгого спича Михаила Владимировича сидела. Сейчас, Олег, ответишь. Просто сидела и периодически пыталась сказать, неправда ваша дяденька. Так вот, Надежда Валерьевна, для того, чтобы у вас была возможность сделать это громко, пожалуйста, делайте. Я так много пыталась прокомментировать, я сейчас даже теряюсь, с чего начать на самом деле.
селекция. Начиная с того, что селекции сегодня, это для меня такая больная тема, которую я могу очень долго обсуждать, не говоря о цене на зерно, которая даже не 200, даже уже не 150 долларов, заканчивается тем, что сегодня губится отечественная селекция, отечественное семеноводство, и в этом направлении ничего не делается. Для сравнения вам скажу, 3 года назад в Николаевской области, для примера, было 104, если не ошибаюсь, цифра чуть-чуть на 1-2 плавающая, 104 репродукционных семеноводческих хозяйства и 46 элитных. На сегодня цифра суммарно составляет 27 аттестованных хозяйств за 3 года, ну на секунду. Я уже не буду говорить об объемах производимых семян. И я сегодня не буду возвращаться к такой болезненной для меня теме работы и не работы сельхозинспекции по принципу оптимизированной некой службы. Да, раньше были отдельные, вы знаете, да, земельщики, отдельно были семена, инспекции и так далее. Сегодня оптимизированная, но ныне не существующая на сегодняшний момент юридическая служба вообще. Как таковая, они в процессе реформования, да, одну закрыли, вторую еще не успели открыть, и на каких засадах никому не понятно, и о каком мы можем говорить контроле, там, за севооборотами и так далее. Я вам скажу, что главное нарушение в севооборотах, это делать не фермера, не хозяйство с тысячи, как вы говорите, или с 2000 гектар, это немного на самом деле. Главное нарушение происходит в агрокорпорациях, потому что у них в структуре юридического лица агрокорпорации есть структура, даже если сельхозинспекция инспекция захочет знаю, что-то боже делать. Боже мой, вы имеете в виду Водотульских? Нет, почему? Я никого не имею в виду. Я не имею в виду Водотульских. Кстати, у Водотульского с севооборотами не все так плохо. Между прочим, у нас... Нет, я знаю ситуацию. А вы знаете, что... У нас мало агрокорпораций объемных в Украине. Давайте выходить за межи украинской. В данном случае я выйду за межи украинской области, в том числе корпорация Кернел и так далее. Николаевской области. Я возьму широко по Украине. Почему? Вы поймете, к чему я говорю. Потому что есть некая тенденция того, чего выращивают в определенных регионах. Да? Если на Житомирщине выращивают хмель, ну это понятно. Если за Закарпатье выращивают виноград в основном, то когда... Если в центральной Украине есть возможность выращивать кукурузу и сою, зерновые культуры, то на юг Украины, так сложилось, припадает общая доля подсолнечника. В структуре агрокорпорации в данном случае больше 20% подсолнечник не занимает. Но если говорить о структурах тех земель, которые в межах Николаевской, Херсонской области, то на юг Украины подсолнечника припадает гораздо больше, потому что... Надежда Валерьевна, вот я... Не к партиям, Надежда Валерьевна, я на самом деле, я все ждал, что вы будете говорить о сельском хозяйстве по принципу, если бы у рыбы была шерсть, то в шерсти были бы блохи, и так поговорим о блохах. И вот я все жду, когда же вы начнете говорить о городском голове. Но мне кажется, что очень сложно будет вернуться от агрокорпорации к городским кому-то. Ну давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Область аграрная, но город-то не аграрный. Да, хотя город потребляет эти продукты. Нет, то, что я вот слышал, да, когда показывали сюжет, многие люди говорят, мэр молодец, строит дороги. Мэр молодец, покрасил там забор. Мэр плохой, поломал забор. Но это не работа мэра, да? И хвалите мэра за то, что он выполняет свою работу или он контролирует своих подчиненных, которые ремонтируют дороги. Да они должны дороги ремонтировать 365 дней в году и всегда. Или делать их так, чтобы они 25-50 лет не ремонтировались вообще. Но вот сегодня вот мы услышали об инвестициях, да, тоже звучало от Батьковщины, да, от представителя Батьковщины. Но я вот за нашего мэра хочу спросить. Извините, когда я год практически потратил на то, чтобы прийти к нему и уговорить его начать требовать кесарю кесарева, как говорится.
многие предприятия в нашем городе, большие предприятия, отказываются, просто в наглую отказываются платить по его участию, взносы на по его участие в развитии инфраструктуры города. Ну, удалось его убедить? Нет, он говорит, мы на них не можем повлиять. Вот мы на 40 предприятий мелких смогли там 4 миллиона с них там отжать. А вот с той же Некотеры, которая уже городу должна порядка 200 миллионов, они отжать не могут, потому что они боятся туда лезть. Мы ему предлагали создать рабочую группу. Михаил Владимирович, я предлагаю считать выступление Александра. Подождите. Я предлагаю. Каждый инвестор должен, который хочет что-то построить. Господа, вам тут не мешало случайно? Он не против, нормальный инвестор. Я предлагаю выступление Александра считать выступлением на вашем форуме и включить это предложение в ту программу, которую вы разрабатываете. Такого вида налогов только нет у государства. Александр, то, о чем вы говорите, такого вида налогов только нет. Давайте не будете мне рассказывать, я 2 года потратил на изучение этого закона. Налоги есть на дороге. Это называется, это местный налог. Господа, давайте говорить по очереди. Я с вами не дороги, нет. От 5 до 10% каждое предприятие, инвестирующее деньги, вы меня не перебивайте, а дослушайте. Статья 40 закона о регулировании местобудивной деятельности. Читайте и не спорьте. Вы же не договариваете. Каждое предприятие, которое строит и внедряет новый объект. Инвестиции, вы же не вводите нас всех в заблуждение. Это не каждое предприятие. Это те единичные, которые строят и вводят в эксплуатацию. Я закон читал не хуже вас. Так, пожалуйста, слово. Саша, слово Олегу Мудраку, который тянет руку уже полпередачи, потом Владимир Михайлович, пожалуйста. Олег. Перепустив через себя пару выпадов таких, да, политических, Михаил Владимирович, я хотел бы вот все-таки задать вопрос. Вот слушаю вас, вот партия, да, я уже дал оценку бывшему соратнику, одному из, да, ваших соратников. А у меня вот вопрос стоит, у вас принцип построения партии, партия для людей или люди для партии? Вот, шутите? Ну, как это могут быть? Ну, судя по всему, что вот вы меня укололи в том, что я не мог переходить из партии в партию, это неправильно. Пожалуйста, я говорил об упущении в законе, что любой политик может менять неоднократно. У нас, например, один народный депутат, он в Российской Федерации за антиукраинскую партию выдвигался в 99-м году. Потом вдруг в нашей Украине он нарисовался, стал замгубернатора. Потом вдруг он стал в Народном фронте. Потом зашел в Батьковщину, там через Яценюка и так далее. Сейчас вообще в блоке Петра Порошенко. Но это же просто, понимаете, уже блошинная история получается, а не политическая деятельность. Я об этом только лишь говорю. Как у нас сейчас в Верховной Раде люди, которые от антиукраинских партий в Российскую Думу баллотировались. Совсем недавно еще исторически. Например, Аркадий Алексеевич есть такой, да. Вот и все. А что касается Батьковщины, то у нас нет ни одного олигарха в нашей политической силе. И мы нацелены исключительно на социальные проекты. Мы нацелены исключительно на то, чтобы не нуждались люди в субсидиях, чтобы цены были справедливые. Мы сегодня вышли на цену на газ 1900 гривен за 1000 кубометров, а не 7000. Мы сейчас придем, платежки получим. Это же баснословно завышенные цифры. Мы именно за это. Поэтому мы не... Это по поводу того, что у нас в партии нету олигархов. БПП, я думаю, тоже заявит, что у них ни одного олигарха. Послушайте, и даже в Николаевской области. Нету ни Коломойских, да, ни Ренатов Ахметовых. А вы считаете, что Юлия Владимировна совершенно скромная, бедная женщина? Ну, давай. Вы же шутите? Она из бизнеса вышла в 97-м году. Из бизнеса вышла. Так, пожалуйста, Владимир Емельянов, а потом смотрим замечательный сюжет, который ответит на многие вопросы. Пожалуйста. Шановні колеги, я хотів би, щоб ми один до одного толерантніше ставилися, це перше. По-друге, не хотілося б ображати моїх колег, але такі слова, як «віджати» там і так далі, ну це не рівень розмови в цій студії, це перше. Друге, я хотів би зазначити, назовіть мені, будь ласка, закон, по якому кожне підприємство можна відраховувати там 5-10%. Раніше було в законі, що державне підприємство чи будь-яке підприємство може відраховувати 4% на різні речі, і я, будучи начальником морського торговельного порту, це робив. Вулиці ремонтував, значить, освітлення робив і так далі, і так далі. Потім це заборонили. Далі.
На сьогоднішній день існує такий закон про приватне державне партнерство. І от в рамках державно-приватного партнерства можна, значить, не плачучи от ці податки, про які ви казали, значить, ну як можна, яким, та послухайте, яким чином можна зробити фонд там ремонтування доріг? От скажіть. Це корупційна схема, тому що там нема, не діє закон, там ми сплачуємо цей податок через те, що ми купуємо бензин. Правильно? І тому говорити про те, що от ми повинні там фонди якісь створити, це додаткове навантаження на підприємства. І яким чином... Підприємці і так сьогодні стонуть від того, що не можуть сплачувати податки, не можуть виплачувати заробітну плату, вирішувати соціальні питання і так далі, і так далі. Про що ми кажемо? Которая даже на расходы не вложила. Подожди, Саша, давайте все-таки Тетяна Васильевна как бы тоже имеет право высказаться. Саша, ну мы не будем превращать в дискуссию двух человек всю программу. Тетяна Васильевна, пожалуйста. Дякую. Я хочу підтримати вас у тому плані, що не гоже вирішувати такі важливі питання, як ремонти доріг, за рахунок якихось фондів. Є податки. Податки сплачуються. Інша справа, хто сплачує, стільки сплачує, яке податкове навантаження на сьогоднішній день на бізнес. А що ваша партія пропонує? У нас у державі. Я не говорю, що партія пропонує. Я зараз, ви не закінчите, не даєте мені закінчити. Я веду до того, що на сьогоднішній день надважливе питання для нашої Миколаївської області – питання доріг. Особливо доріг державного значення. Хто знайомився з моїм депутатським зверненням, я думаю, що люди в темі. У нас є сьогодні законні підстави вирішити питання по ремонту доріг державного значення в Миколаївській області. Законні підстави. 5% акцизного збору повинні бути направлені на ремонти доріг. На жаль, якщо раніше ці 5% направлялися в спецфонд і не на що інше, як на дороги, вони не могли бути витрачені, зараз ці 5% направляються в загальний фонд. 5% за перше півріччя цього року по всіх рівнях місцевих бюджетів у нашій області це було близько 80 мільйонів гривень. Ці 80 мільйонів були використані на інші цілі. Я хочу зазначити, що у 2007, 2008, 2009 роках, коли я працювала в області, наша область отримувала з державного бюджету 320 мільйонів, 350 мільйонів гривень на державні дороги. В доларовому еквіваленті це складає, не так важко порахувати, більше 40 мільйонів доларів. Що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо всього 2-3 мільйона доларів із державного бюджету на дороги. Де кошти взяти? Кошти потрібно взяти із місцевих бюджетів. Нам про це дають відповіді. І звище ми тричі у цьому році, обласна рада, ми зверталися до керівництва держави, дайте гроші на дороги. Їздити практично неможливо сьогодні. Не по Дніпропетровській, не по Кіровоградській, хто б що не закидав, що Демченко хоче за державний кошт собі дороги додому по... Я хочу зазначити, що є законні шляхи вирішення питання, законні шляхи. Є програми соціально-економічного розвитку, є перевиконання місцевих бюджетів, про які без кінця говорить влада. Притом суттєве перевиконання місцевих бюджетів. Мова не йде про виділення мільйонів, сотні мільйонів коштів на те, щоб дороги мали вигляд в чорновому варіанті, так як ми до цього звикли. Мова йде про елементарну проїжджаємість по дорогах, проїхати по дорогах до Єланця, до Казанки, до Нового Буга, до Баштанки на сьогоднішній день просто нереально і неможливо. І стільки б ми не слухали про те, що будуть виділені гроші, колись будуть виділені Всемирним банком, із державного бюджету. Вони, можливо, і будуть. І дай Боже, щоб над цим влада місцева працювала, і щоб це колись було. Але нам потрібно жити. Нам потрібно добиратися до обласного центру, в лікарні,
навчання дітей і так далі. Тому я чого-то от смисл не можу зрозуміти. Партія пропонує тільки одне. Ну ви говорите о глобальних вещах, що з цим робити, да, Саша? Що з цим робити, я чітко внесла пропозиція. Що таким, як ви, нічого робити. Ні в облсоветах, ні в горсоветах, ні навіть в поселкових советах. Потому что вы только что доказывали, что то, о чем мы завели разговор, это дороги. Дороги, да. Да нет, вы вспомните Советский Союз, который любят ваши коллеги сейчас по партии вспоминать. Строились глиноземный завод, строился завод «Океан», строилась «Заря». Что рядом строилось? Социальная инфраструктура. За счет этих предприятий. В каждом строительстве, подождите, в каждой смете была вложена конкретная цифра на строительство детских садов, больниц, школ, домов и так далее. Ваша партия, партия регионов, конкретно в 2010 году в том законе, о котором я говорю, внесла в статью 40-ю такую поправку, что от 5 до 10% со стоимости строительства должны потратить на инфраструктуру, но это не на дороги, не только на дороги, это на канализацию, это на водопроводы, на школы, детсады, больницы, которые вы закрываете, закрывали, вы пока закрываете. Были вы. Вы закрывали, это ваш проект. Ваш проект закрывали больницы. То, что вы сейчас заставили маленьких детей, и мне нужно с внуком 6-7-месячным прийти, и на него бабки старые кашляют, это не реформа, это извращение, понимаете? Саша, спасибо. Я поддерживаю, что это не реформа, але была. Так, господа, я очень хочу показать вам. Потому что нужно было вас гнать, их гнать и их гнать. Вот обратите внимание, какой широкий спектр у нас сегодня в студии. У нас есть власть, оппозиция, и даже есть свой собственный революционный матрос. Давайте посмотрим сюжет, в котором очень хорошо рассказывает моя коллега Мария Савицкая о том, почему такой жуткий кризис идей у наших партий. Пожалуйста, сюжет. Нічого нового в плані технологій до цих виборів ніхто не вигадав. Щоправда, акцент вже років 5 як змістився у бік підкупу виборців. Сьогодні цією технологією активно користуються всі. Чому би і ні, якщо головні політологи країни, учасниці посиденьок на лавочках, так полюбляють каші, а їх онуки гратись на майданчиках. Та й підкуп треба робити правильно, а то може вийти як на 205-му виборчому окрузі. Є ще певні особливості цьогорічного виборчого процесу. Вони, у порівнянні з попередніми, надзвичайно маловитратні. Ніхто не хоче тратити особо грошей, ніхто не хоче тратити особо грошей на створення сіті агітаторів. Палатки – це ті ж самі агітатори, це сеть, це управління, це печатний матеріал, це маса розходів. Тобто, чому я говорив, що дуже, насправді, бігборди, вот сколько бы ни возмущались, вот сколько денег туда вложили. Вейкборды – это самый дешевый вид агитационной продукции. Компанія стартувала, а от агітаторів, наприклад, на вулицях майже немає. Оренда одного борда – трохи більше 1000 гривень. Намет зі всіма його складовими обійдеться вже понад 6000. У розпал робочого дня на проспекті Леніна ми побачили лише їх. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, охоче беруть агітаційні матеріали у вас? Охоче, дуже охоче беруть за Ільюка. Він з 10-го року депутат, йому 36 років. Він зробив, сказав і зробив. Ще ні разу не підвів ні одну людину. А ви це, а звідки знаєте? Я сама Миколаївська, я 28 років живу в Миколаєві. Корабельний і Ленінський район, він повністю зремонтував дороги. Яка людина до нього з яким би питанням не підійшла, він завжди виконує свої обіцянки. А оце слово і діло стверджує, що цей народний депутат не так вже активно виконує свої обіцянки. Не реалізованих вдвічі більше, ніж тих, які в процесі. Та то таке, може поки що не встиг. Він хоча б обіцяє. Друга особливість цьогорічних виборів – саме їх відсутність.
В цілому ситуація, коли слова не розходяться з ділом, не перевищують і 20%. А в останні роки кандидати та партії взагалі намагаються уникнути щось обіцяти. Програми пишуть від ліхтаря, часто цілими абзацами копіюючи опонентів. Стандартне соціальне зростання економіки України, ми будемо добробут та злагода, традиційні християнські цінності, от, Україна – сильна держава, ну все. Ну, от ще додаємо кілька, я в різних варіаціях переходять з програми в програму, це то, якраз, о чому говорять політологи, о тому, що у нас партії не мають ідеології, вона от така от. Вони говорять те, що хочуть слухати збирателі. Як це не звучить банально, активність у партії та окремих кандидатів починається саме перед виборами. Людям говорять те, що вони хочуть почути, а краще, до чого можна доторкнутись. Бабцям – гречку, патріотам – повернути Донбас і Крим, малозабезпеченим – знизити тарифи. Втім, ніхто не питає кандидатів про механізми реалізації. Дійсно, а навіщо? Якщо, на думку багатьох, один гральний майданчик в своєму дворі краще, ніж програма по встановленні їх в усьому місті. Итак, у нас остается до конца программы порядка 7 минут. Надежда Валерьевна, вам все время более громкоголосые наши гости не дают высказаться. Пожалуйста, то, что вы не успели сказать. Знаете, сегодня мы говорили о том, что вот есть действительно партии, есть недействительно. Действительно партии, в моем понимании, да, возьмем Америку, есть две партии. И они... Демократы и радикалы. Я к чему веду? Что не, вне зависимости от республиканцы, вне зависимости от того, какие у них на сегодня лидеры. Лидеры переизбираются, партия существует. Как единый организм, как партия. Вне зависимости от того, какая сейчас ситуация, конъюнктура. Лидер что-то сделал не так, член партии, партия собирается и что-то меняет в своем составе, но не распускается, нет таких революций. Вот в моем понимании это действительно партии, в этом понимании у нас все партии завязаны на личностях, на лидерах. Может быть это и правильно, но со сменой лидера или с тем, что лидер сделал что-то не так, меняется кардинально все в стране. На самом деле... Не скажу, хорошо, плохо, регионы, сегодня обсуждалась эта тема активно, да, регионалы. На самом деле регионалов на любых уровнях, возьмите, начиная с сельских советов, районных советов, городского совета и так далее, ну, такие життя, как я говорила с ребятами, не надо говорить. Большинство из них говорят, что мы работали и мы работаем на свою громаду. Есть такое. И вопрос в том, что многие из них сегодня не поменяли, не перекрасились. Я их уважаю как людей, тех, которые работали и работают на громаду, не зацикливаясь. И давайте семена от плев отделять немножечко в том плане, что чесать вот эта партия. У нас сегодня, по большому счету, как таковых партий вообще нет. Спасибо, Надежда Валерьевна. Я только хочу сказать, что, во-первых, я просто не могу себе представить, как партия «Блок Петра Порошенко» вдруг вот потеряв, скажем, ну по каким-то причинам, руководителя Петра Порошенко, самого главного, перестанет быть именной партией и станет какой-то вот другой. То есть вы говорите, что вам не нравятся партии с именами, но в таком случае, наверное, стоило поискать какую-нибудь другую партию. Второй момент, это к вопросу о том, что, судя по всему, господин Луценко, который говорил, что на самом деле хватит уже регионалов, напоминает о том, что они регионалы, в конце концов они обижаются. Тут, в общем-то, хорошо разделяется видными фигурами вашей партии уже на николаевском уровне. В частности, Борис Козырев, устав, видимо, слушать разговоры о том, что как-то неприлично члену фракции блока Порошенко и правящей коалиции иметь у себя в помощниках человека, который совсем еще недавно рассказывал со всех экранов, чем бандеровцы отличаются от нормальных людей. Помните, господин Николенко Геннадий Борисович? Вот Федор особенно хорошо его знает. Так вот, он прокомментировал вот эти нападки на господина Николенко. Он настоящий украинец, он настоящий патриот. Тогда была просто такая ситуация историческая. Вот сейчас уже прошел год, и мы можем оценить, это мой друг, и я в нем уверен, он настоящий патриот Николенко.
Николаева, благодаря ему, я думаю, мы сможем изменить Николаев к лучшему. Это 100%. Резюмировал Борис Козырь. Федор, поскольку ваша активная работа на господина Николенко никоим образом не смущает наших зрителей, Елена Мурлян, известная всем активистка, написала мне в Фейсбуке, что Федор Левченко, на вас вся надежда. Я вам передаю ее слова вместе с ее надеждой. Попытайтесь их ее оправдать. Надія повинна бути для всіх людей, це раз. По-друге, мені здається, що якраз ця програма повинна була більш показати наші партії. От є наші прекрасні лідери партій. Я, на жаль, не почув, можливо, в іншу програму, ми почуємо те, що дає нам цей закон. Закон, на мій погляд, дійсно прекрасний. Чому? Він спонукає політичні партії до дій. Ми, якщо говорить пан Соколов про дійсно партію, яка працює довго, він це показує. Тому що ТВК, наприклад, місцеві, ТВК в селах більше зараз сформовані як і Батьківщиною, у них є люди, так і БПП. У них також вони змогли сформувати. Партія «Нова держава» поки що не працює в цьому напрямку, так і інші політичні партії. Інші моменти, що зараз то дуже... Я скажу, що партія, яку ви зараз являєтесь політтехнологом, теж не працює на цю ідею. То есть блок Петра Порошенка не работает, в отличие от партии Тимошенко. Працюють зараз якраз більше ті партії, які мають більш-менш нормальну розгалужену систему первинних організацій. По ТВК можна зробити висновок, що це партії «Батьківщина», БПП, дещо підтягується там опозиційний блок. Ну от дві основні сили, які формують ТВК. Це дуже важливий показник наявності людей на місцях, в селах. Інше. Цей закон показує і те, що багато досить активістів, вони чекають і бігають от зараз з однієї партії в іншу. Зараз великі торги туди-сюди. Ви це... маєте в виду присутніх? Ні, якраз не присутніх, але їхні партії також. Спереди. Подождіть, будь ласка, Василь, у нас залишилось півтори хвилини. Федор, спасибо. Наш традиційний... подводитель итогов в студии, приготовьтесь к его резюме. Александр Рухмановский. Смотрите, господа, то есть я много что послушал, да, и хотел бы все-таки обращаться не к политикам, да, а к избирателям, потому что все-таки для наших телезрителей, для наших избирателей вся эта передача, и мы работаем. Понимаете, когда все говорят о том, что партии плохие, политики плохие, забывая про то, что я вам как политтехнолог говорю о том, что есть три причины плохой жизни и плохих политиков и партий. Первое – избиратели, второе – избиратели и третье – избиратели. Это вы выбираете, я в том числе, этих людей. Когда, если вы считаете о том, что завтра мэр поднимет зарплату в два раза, либо партия, особенно в частном секторе, ну я вам могу сказать так, что у вас, вы еще не повзрослели, и я не рекомендую вам идти на выборы, потому что вы верите в сказки. Если вы считаете, что поставить детскую площадку, это достаточно, чтобы сказать, что человек хороший, либо же дать 50 гривен, когда вам дадут, то и вы больше ничего не требуете с кандидата, то я вам хочу сказать, что когда кто-то из вас, либо же из политиков, поднимал вопрос, например, коррупции, и организованные преступные группировки, которые сейчас работают в медицинском секторе и в системе образования. Вам политики поднимают на 5% зарплату, на 50 гривен, а врачу вы взятку несете за год 500. Берите калькулятор и считайте. И верьте, например, четким обещаниям, ну, да, требуйте не детские площадки, либо же поднятие в два раза зарплат, этого не будет. А смотрите на кандидата, который занимается коррупцией в детском саду, который пришел, уволил директора школы, который вымогал деньги, который снял главврача. Верьте в партии, которые делают вот эти системные маленькие дела, которые на самом деле освободят для вас больше денег и изменят эту страну. Посмотрите, что в Киеве творится, когда люди поверили в новую полицию, которая действительно алкашей забирает, которая действительно не берет взятки. Маленькая, но они конкретно решают маленькую проблему уличной вот этой гоп-преступности. И в них верят. А проблемы, опять же, брендов, кто куда прыгает, из какой партии, это не важно.
На Западе практически нет императивного мандата, то есть системы отзыва депутата. Знаете почему? А потому что там не прощают, в отличие от вас, зрители. Там не прощают человека, который попал в коррупцию, чья партия, например, попала в серьезный скандал. Человек навсегда уходит из политики, поэтому я вам рекомендую, ну, даже если вы пожилой человек, спросите у внука, кто вот этот человек, в какой он партии был, чем он занимался. Не прощайте политиков никогда. Нету там хороший человек, давайте дадим ему второй шанс. Он был плохим регионалом, он сейчас будет хорошим БППшником. Нет. Одна ошибка, и вы никогда не должны за него больше голосовать. И таким образом мы воспитаем у политиков ответственность. И они перейдут от бигбордов и раздачи гречки до идей и работы действительно на благо государства. Дякую. Я дуже дякую всім, хто був з нами, навіть приєднувався Фейсбуком. Я дуже дякую всім, хто був небайдужим. Я дуже дякую всім, хто нас почув. Я сподіваюся, що те, що в нашій студії зібралися настільки різні люди, чого взагалі неможливо було, скажімо, ще 1.5-2 роки тому, тут, в цій самій студії. Це також є ознакою демократії. Це є ознакою того, що не тільки часи змінилися в державі, але і ми самі змінилися, і ми можемо розмовляти, справді, чуючи одне одного. Справді, звичайно, тут вирують пристрасті. Втім, ми почали ставитися з повагою одне до одного, незважаючи на його політичні вподобання, а готові вислуховувати одне одного. І якщо справді думка слушна, то прислухатися до неї. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре. До побачення.